Спасибо, что вы пришли. Мое имя Кен Ховен. Я преподавал науку 15 лет, и теперь в последние 10 лет я путешествую и говорю о создании, эволюции и динозаврах. На последних лекциях мы говорили о возрасте Земли и о том, что Библия ясно учит, что Земле нет миллиардов или миллионов лет, как говорится в учебнике. В части второй мы говорили о динозаврах, что они всегда жили с человеком. Они не жили миллионы лет назад. Они были в Эдемском саду с Адамом и Евой, но я взял их с собой на ковчег. Наверное, детенышей, он был достаточно умным, чтобы не брать самых больших. Достаточно взять детенышей разного пола. После потопа динозавры вымерли по двум причинам. Первая причина – климат очень изменился после потопа, и люди больше не жили до 900 лет. Во-вторых, люди охотились за динозаврами, и в то время они назывались драконами. Драконы упоминаются на протяжении всей истории, а также и в Библии. Люди убивали этих драконов, которых мы знаем сейчас под именем динозавр. Возможно, что некоторые до сих пор продолжают жить сегодня. 11 тысяч людей доказывают, что они видели лохнесское чудовище. Также замечены существа, похожие на динозавров, в 200 частях мира. И я думаю, что, возможно, несколько динозавров еще живут сегодня. Но сегодня я хочу поговорить о вещах, с которыми вы, дети, сталкиваетесь в учебниках. Кто из вас ходит или ходил в государственную школу? Я провел 14-15 лет в государственной школе и в колледже. Много хороших, богобоязненных людей в системе. Мой брат привел меня к Господу. Он скоро пойдет на пенсию, он преподаватель. Моя мама преподавала в школе. Очень много хороших людей в системе. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я против этих людей. Нет. Я хочу помочь им, но в учебниках находится ложь, о которой нужно сказать детям. И этим я хочу поделиться с вами сегодня вечером. Знаете, за 15 лет обучения науке и 10 лет обучения о сотворении, меня всегда удивляло, что два человека могут смотреть на одну вещь и приходить к противоположным выводам. Двое человек смотрят на Великий каньон, оба смотрят на один и тот же каньон. И один человек, который верит в эволюцию, говорит: «Вау, посмотрите, что сделала река Колорадо в течение миллионов и миллионов лет». Христианин, верующий в Библию, смотрит на тот же самый каньон и говорит: «Вау, посмотрите, что сделал потоп за 30 минут». Как сформировался этот каньон? Было ли это мало воды и очень много времени, или очень много воды и мало времени? Видите, на это есть два взгляда. Еще один пример. Кто-нибудь из вас фермер здесь? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это такое? Это приспособление для рождения теленка. Это что? Приспособление для рождения теленка. Понимаете, иногда корове трудно родить теленка. Один конец этого приспособления накручивает на ногу теленка и... им вытягивают теленка из коровы. И при большом давлении это не составляет трудностей. В один день фермер принимал рождение теленка, задние ноги которого выходили первыми. И это нехорошо. Он взял это приспособление, привязал его к задним ногам теленка и старался его вытянуть. Городской житель остановился, чтобы посмотреть, что происходит. И тут фермер закричал: «Эй, подойди, мне нужна твоя помощь!» Бедный житель сказал: «Сэр, я ничего не знаю про телят!» Фермер попросил: «Ты только помоги мне, и все!» Городской житель согласился, выпрыгнул из машины, перепрыгнул забор и помог фермеру. За все время он не сказал ни слова. И где-то через 10 минут после этого они пошли мыться, и фермер сказал: «Я хочу вас поблагодарить за помощь!» Городской житель сказал: «О, я был рад, я был рад». Фермер спросил: «Видели ли вы что-нибудь подобное?» Он ответил: «Нет, я не видел». Тогда фермер сказал: «У вас есть какие-то вопросы?» Он ответил: «Да, сэр, у меня есть один вопрос, который мучает меня уже 10 минут». Фермер спросил: «Что это за вопрос?» Городской житель сказал: «Сэр, как вы думаете, с какой скоростью бежал этот теленок, когда он врезался в корову?» Нет, это не то. Два человека смотрят на одну вещь, и один из них делает неправильное заключение. Знаете, Библия предупреждает во 2 Петра, главе 3. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Знаете, что есть люди, которые насмехаются над Библией? Я встречаюсь с ними регулярно, я их притягиваю как магнит. В Библии говорится, что они будут поступать по собственным своим похотям, говоря: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Это очень интересная
И важная фраза. Ругатели думают, что все, что происходило сейчас, происходит всегда. Медленные, постепенные процессы. Миллионы и миллиарды лет. Библия говорит, что думающие так не знают, что на греческом значит «тупой по собственной воле». Ругатели не хотят знать, что Бог сотворил небеса, и что небеса и земля составлены из воды и водою. Интересно, первоначальное творение отличалось от того, что мы видим сегодня. Мы говорим об этом на видеокассете номер один. Но ругатели не знают, как Бог сотворил небеса и землю, создание. А также они не знают о разрушившем землю потопе. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Мир был уничтожен водою, потопом. Они не хотят поверить, что был мировой потоп, потому что это значит, что Бог может судить свое творение. И Он судит, кстати, если Он хочет. И Он приходит разрушить мир опять. На одной машине я встретил надпись «Иисус приходит, и какой Он злой». Одним из ругателей был Джеймс Хаттон, который ненавидел Библию. Джеймс жил в конце 17-го столетия. Он был одним из первых людей в западном мире, учивших, что Земля старше, чем все думают. В конце 17-го столетия все думали, что Земле где-то около 6 тысяч лет. Не все были христианами, конечно, но в то время люди были под сильным влиянием Библии. Джеймс Хаттон пришел и сказал: «Я думаю, что Земля намного старше». Вы должны понять политику этих времен тоже. В то время во многих странах происходили революции. Люди пытались избавиться от царя. Американская революция, французская, германская, польская. Они свергали царя как форму правительства, монархию, и устанавливали демократию, народное правление. Они думали, что Библия стояла на ихнем пути, потому что Библия учит чтить царя. Поэтому они старались дискредитировать Библию, чтобы улучшить свою политику. Джеймс Хаттон пришел и сказал: «Я думаю, что Земле миллионы лет». Его книга глубоко повлияла на молодого адвоката Чарльза Лайела. Джеймс Хаттон придумал эту идею, которую он назвал униформизм, в которой говорится, что настоящее ключ к прошлому. Нет, извини, Джеймс, Библия — это ключ к прошлому. Но он все же думал, что настоящее — это ключ к прошлому. Его книга имела глубокое влияние на адвоката Лайела из Шотландии, который тоже ненавидел Библию. Как-то кто-то подсчитал, что если собрать всех адвокатов и поставить их на экватор, то нам всем будет лучше. В 1830 году Лайел написал эту книгу «Принципы геологии», которая у меня вот здесь. В этой книге ненависть Чарльза Лайела к Библии просачивается с каждой страницы. Этот человек не любил Библию, он называл ее древней доктриной, и тех, кто основан на авторитете Писания, он называл людьми, которые перемешивают религию с философией. Он всячески старался насмехаться над Библией. Он говорит о религиозных предубеждениях. Ненависть видна на каждой странице. Он написал 3 тома этой книги. В одном из них он написал: «Люди высшего таланта», написал про себя, «думают сами по себе». Потому что если вы не верите в Библию, то есть если вы верите в Библию, вы не думаете сами по себе. Верьте этому или нет, но очень много людей в этом мире думают, что если вы верите в Библию, вы глупы. Они думают, что они умные, а вы тупые, потому что вы верите в Библию. Но я вам хочу сказать, что вам не нужно быть глупым, чтобы читать Библию. Исаия 1:18. «Придите и рассудим, говорит Господь». Бог очень рассудительный Бог и верит в Создателя очень рационально. Но мы поговорим об этом немного позже. Лайел сильно ненавидел Библию. В 1830 году Лайел и другие люди придумали геологическую колонну. Что они сделали? Они взяли окаменелости разных моллюсков и расположили их в порядке, в котором они думали, что они произошли. Но колонна никогда не была проверена. Вся она основана на круговой аргументации. И все же Чарльз Лайел придумал эту геологическую колонну. Вы когда-нибудь слышали о этой колонне? Хотя она и изменилась после Лайела, но все это началось в 1830-х годах. Они расположили разные слои земли, дали им имя, возраст и индексное ископаемое. Вы помните фильм «Парк юрского периода»? Он назван в честь слоя земли. Каждый слой имел имя, возраст и индексное ископаемое. Интересная вещь насчет этой колонны. Это Библия для эволюционистов. Это как они объясняют всю историю.
И когда они собираются и разговаривают, вы можете услышать фразы как «О, это позднего кембрийского периода» или «раннего силурийского». Но когда христиане собираются, мы говорим «написано в книге Откровения». Это наше сознание, наше мировоззрение. Мировоззрение эволюционистов сосредоточено на геологической колонне. Еще одна интересная вещь. Эта геологическая колонна может быть найдена только в одном месте в мире. В учебниках. Она не существует. Одна женщина на моем дебате сказала, что геологическая колонна была найдена в нескольких местах на Земле. Но я сказал, что то, что она имеет в виду, так это ископаемые в порядке, в котором она думает, что они произошли, были найдены в нескольких местах. Геологической колонны нет, и эксперты знают об этом. Если бы была колонна отложений, к несчастью, такой колонны нет. Геологическая колонна – это шутка, и все эволюционисты основаны на ней. Ее нет, но это правда, что на Земле есть разные слои. Я был на Великом каньоне, я был в 49 штатах, скоро буду в Аляске, я был в 15 странах, на трещине Сан-Андрея. Я был там, у меня даже есть футболка. Без сомнения, на Земле есть слои. Но вопрос, как они произошли? Детей в школе учат, что каждый слой — это разный возраст Земли. И если их учат этому на протяжении 15 лет, они поверят этому. Но по сути дела на это есть еще один взгляд. С какой скоростью бежал тот теленок? Не забывайте эту мысль. Может быть, что все эти слои образовались при потопе, в дни Ноя. Если вы возьмете бочку грязи, добавите воды, разболтаете ее, и вы увидите, как образуются слои. Гидрологическая сортировка. Они пытаются сказать мне, что эти слои разного возраста, разделенные миллионами лет. Мне очень трудно поверить в это, потому что найдено очень мало, если вообще, ископаемых метеоритов в нижних слоях. Если эти камни лежали там долгое время, не думаете ли вы, что на них должно быть пару метеоритов? Также очень мало эрозии между слоями, все они один на другом, как бумага. Не думаете ли вы, что на них должна быть эрозия? Этим слоям нет миллионов лет. Как-то раз я проповедовал в общественном центре в Южной Дакоте в 1991 году, вот там, прямо в нигде. Это еще не было конец света, но мы его уже оттуда могли увидеть, мы были близки. В целом в городе было 40 человек, 38 из которых пришли в церковь. Я не знаю, где другие двое были, наверное, принимали теленка. У нас было прекрасное общение, и пастор сказал, «Давайте поедем в музей, в котором есть кости динозавра». Я сказал, «Прекрасно, поехали, я люблю динозавров». Мы все поехали в Рапид-Сити, около 50 миль. Пошли в музей, один старый человек предложил. Он сказал, «Я работаю гидом, хотите, я проведу экскурсию?» Мы сказали, «О, да, сэр, это будет прекрасно». Первой остановкой была геологическая колонна. Громадная и вся с подсветкой. Гид сказал, «Этот слой, джентльмены, на который вы смотрите, ему 70 миллионов лет». Моя дочка, которой тогда было 12 лет, подняла руку и спросила, «Сэр, как вы узнаете возраст каменного слоя? Как вы знаете, что ему 70 миллионов лет?» Он сказал, «О, это хороший вопрос. Мы определяем возраст слоя по ископаемым, содержащимся в этих камнях. Они называются индексными ископаемыми». Она сказала, «Спасибо, сэр». Когда мы подошли к костям динозавра, гид сказал, «Костям, на которые вы смотрите, 100 миллионов лет». Моя дочка подняла руку опять, и она спросила, «Сэр, как вы узнаете возраст ископаемого?» Он сказал, «О, это хороший вопрос. Мы определяем возраст ископаемых по слоям, в которых они находятся». Она сказала, «Извините, сэр, но когда мы стояли на той стороне, вы сказали, что вы определяете возраст слоя по ископаемым. Сейчас вы говорите, что вы определяете возраст ископаемого по слою». Она сказала, «Не является ли это круговой аргументацией?» Я подумал про себя. Интересно. У этого человека было стройнейшее выражение лица. Оно выглядело, как будто он думал. Он посмотрел на мою дочку, потом на меня, но я не собирался ему помогать. Я думал, я посмотрю, что дальше будет. Он снова посмотрел на мою дочку и сказал, «Ты знаешь, ты права, это круговая аргументация. Я никогда не думал об этом». Этот бедный гид проехал 50 миль в одну сторону, чтобы послушать мою проповедь. Толпа увеличилась до 39. Мы даже поставили стул в проходе. После лекции этот гид разговаривал со мной около часа. Он спросил, «Мистер Хован,
Все, чему я верю в геологии, неверно. Я сказал: о, нет, сэр, нет, вы выучили много хороших вещей, мне нравится геология. Вы выучили название всех минералов, это не шуточное дело, есть около 1200 минералов, и некоторые имеют вот такие длинные названия. Я сказал: мне нравится геология, и вы знаете много хороших вещей. Но то, что вы выучили о слоях разного возраста, это все чепуха. Но он продолжает учить этому, чтобы не потерять свою работу. Сегодня вы можете узнать интересную вещь. Для некоторых людей в этом мире деньги намного важнее правды. Есть много учителей, которые не верят в эволюцию, но продолжают учить детей эволюции, чтобы сохранить зарплату. Вы не важны, важна зарплата. Если они учат эволюции, которая разрушает вашу веру в Библию, а ну и что, это ваша проблема, зато мы получили зарплату. Много людей продолжают учить лжи, хотя они в нее не верят. Геологическая колонна – это шутка, основанная на круговой аргументации. Они сами говорят об этом. Вот учебник биологии 1994 года. На странице 306 говорится, что камень датируется с помощью ископаемого. На следующей странице говорится, что ископаемое датируется с помощью камня. Круговая аргументация. Интеллигентный человек давно подозревает о круговой аргументации с датированием ископаемых по камню и датированием камня по ископаемым. Геологи даже не пытались придумать хорошего объяснения, чувствуя, что оно не стоит затраченного труда, пока работа приносит результаты. Невозможно опровергнуть, что со строго философской точки зрения утверждения геологов основываются на круговом доказательстве. Давайте признаемся в этом. Со времен Уильяма Смита в начале 19 века ископаемые были и продолжают быть самым точным методом датирования и соотношения камней, в которых они находятся. Кроме самых современных примеров, которые являются археологией, я не могу вспомнить ни одного случая с использованием распада для датирования ископаемых остатков. И если кто-то вам скажет, что они датируют ископаемые или слои камня радиоактивным распадом, они не правы. Или же они не знают, о чем они говорят. Они датируют слои ископаемыми и датируют ископаемые камнем. Геолог думает, что биолог уже придумал, что доказал эволюцию. А биолог думает, что геолог уже доказал ее. Каждый думает, что у кого-то другого из них есть доказательства. Вы знаете такую игру в наперстке, где они ставят шарик под наперсток, и вы перемешиваете, и они перемешивают наперстки, и вы должны найти шарик? Каждое ответвление науки думает, что у другого ответвления уже есть доказательства. Это игра в наперстке, только на этот раз без шарика. Все думают, что у кого-то другого есть доказательства. И это великая игра, и сатана смеется в то время, когда люди, веря в это, идут в ад. Эволюционист не враг, сатана — это враг. Мы должны жалеть этих людей, мы должны сказать: дьявол обманул вас, не верьте этому. Несколько других примеров. Радиометрическое датирование не было бы правдоподобным, если бы не было геологической колонны. Отдайте ископаемое в университет для датирования углеродом, калиево-азотом или любым другим методом, которым вы хотите. То они дадут вам несколько листов, задающих много разных вопросов о образце. Вопросы как: где вы нашли его? Какие ископаемые были связаны с образцом? Сколько вы думаете лет образцу? Вы приходите к ним за ответами, они спрашивают вас, сколько лет образцу. Я не шучу, так происходит. Палеонтологи так работать не могут. Просто не существует такого способа, чтобы посмотреть на ископаемое и определить его возраст, не зная возраста камня, на котором они находятся. Поняли? Но возникает проблема. Если мы датируем камни по их ископаемым, как мы можем развернуться и говорить о моделях эволюционного изменения во времени в ископаемых остатках? И Нилдрич, один из лучших эволюционистов, он верит в это. Камни используются для датирования ископаемых, но ископаемые датируют камни намного точнее. Что это такое? Стратиграфия не может избежать этой аргументации, и наука настаивает на использовании только временных принципов. Обвинение круговой аргументации может быть проигнорировано. Это не ваше дело, как мы это датируем. Оно может быть опровергнуто. Или это обвинение можно уклониться. Но все это основано на круговой аргументации. Не подтверждает ли информация, что эволюция документируется геологией, и, с другой стороны, что геология документируется эволюцией? Не является ли это круговой аргументацией? Они все знают об этом. Мне нравится показывать эволюционистам ихнюю геологическую колонну, которую они придумали. В геологической колонии есть слои известняка и песчаника. Слой известняка встречается в нескольких местах на протяжении всей колонны. И я говорю: если я вам дам кусок известняка, сможете вы мне сказать, сколько ему лет?
Они ответят: нет. Если на камне нет ископаемых, мы не можем знать возраст камня. Это интересно. Тогда как вы узнаете разницу между 100-миллионным юрским известняком и 600-миллионным кембрийским известняком? Есть только один возможный путь определения возраста – показательными окаменелостями. И предположение того, что эволюция произошла и является доказательством того, что она произошла. С такими доказательствами они продержатся в суду только 2 секунды против начинающего студента. Вот трилобит. В учебниках говорится, что окаменелости трилобита являются хорошими показательными ископаемыми, и если трилобит, как этот, найден в камне, то значит этот камень сформировался около 500 миллионов лет назад. Вы согласны? Я не согласен. Вот трилобит на отпечатке обуви. Кто-то наступил и раздавил трилобита. Они спрашивают геологов: как люди могли наступить на трилобита, если трилобиты жили 500 миллионов лет назад? Люди появились 3 миллиона лет назад и начали носить обувь только 5 тысяч лет назад. Один человек сказал, что, наверное, инопланетяне посетили нашу планету 500 миллионов лет назад. О, да, эти инопланетяне всегда что-то наделают. Другой человек сказал: может быть, большой трилобит в виде обуви упал на маленького? О да, есть большие трилобиты, но они не выглядят как обувь. Во втором Петра находится самое лучшее объяснение. Думающие так не знают. Это очевидно, что трилобиты жили вместе с людьми. И некоторые могут жить даже сегодня, глубоко в трещинах. Есть доказательства того, что они еще живут, но они продолжают датировать камни с помощью показательными ископаемыми. Если вы отнесете этот камень в любой университет к главному геологу или палеонтологу и спросите: «Сэр, сколько лет этому камню?» Он скажет: «О, это легко. На камне находятся гроптолиты, и они являются показательными окаменелостями для камней 410-миллионного возраста. Это ископаемое Нью-Йорка. Если в камне находятся гроптолиты, камню автоматически дается возраст 410 миллионов лет. До того, пока в 1993 году они нашли живых гроптолитов в Южном Тихом океане. Теперь подумайте над этим. Если они до сих пор живые, они могут находиться в любом слое камня. Правда? Это значит, что все датирование, основанное на гроптолитах, просто чепуха. Не так ли? Эти слои камня не разного возраста. В кости динозавра найдена кровь, но кровь разложилась бы очень давно. Это не проблема для христиан, потому что мы думаем, что большинство динозавров погибло в потопе 4400 лет назад, и кровь могла сохраниться до нашего времени без проблем. При вскрытии исландца были найдены еще зеленые листья Монголии, которым, по идее, должно было быть 18 миллионов лет. А я так не думаю. Я думаю, что сланец сформировался при потопе 4400 лет назад. В геологической колонии слои имеют разный возраст. Они говорят 100 миллионов, 200, 300, 500 миллионов. Но послушайте, они не могут быть разного возраста. В разных частях мира найдены стоящие окаменелые деревья, проходящие по многим слоям камня. Их находят в Германии, в Англии, во Франции. Это я в национальном парке стою возле такого дерева. Стоящие окаменелые деревья найдены по всему миру. Это в Новой Скотии. Сотни деревьев. Их называют палистратовыми ископаемыми. Но они хотят, чтобы вы поверили, что каждый слой – это разного возраста. Но остановитесь и подумайте об этом. Если все эти слои разного возраста, я вижу только два подходящих выбора. Некоторые деревья перевернуты и проходят через слои. Как это произошло? Мне кажется, что у эволюциониста есть только два выбора. Первый – деревья стояли в вертикальном положении миллионы лет, не падали и не гнили, в то время, когда осадки оседали вокруг них. И второй – деревья проросли через десятки метров твердого камня в поисках солнца. У вас есть другое объяснение? Я вижу еще один выбор. С какой скоростью бежал теленок? Все деревья были захоронены в большом потопе. В потопе во дни Ноя. Понимаете, если был потоп, деревья были захоронены в стоячем положении. Два взгляда. Деревья были захоронены под многими слоями, потому что если земля была покрыта водой, Луне все равно, покрыта земля водой или нет. Она все равно создает приливы. Но теперь континенты не останавливают приливы, приливы стают гармоничными, и 80-метровое изменение происходило каждые 6 часов 25 минут при вращении Земли под Луной.
И это поднимание и опускание воды на 80 метров постоянно перемешивало и оставляло осадки на земле. Таким образом образовались сотни метров грязи после потопа, который продолжался один год. Мы рассмотрим это в шестой части семинара «Теория Хованда». Несмотря на факт, что геологическая колонна нигде не существует, люди начали верить в нее в середине 18 столетия. Они начали изучать геологическую колонну, и она забрала их библейское мировоззрение. Масса людей поверили в униформизм. Вот что произошло. Геологическая колонна отвернула людей от библейского мировоззрения к принятию теории эволюции. И Чарльз Дарвин был посреди всего этого происходящего. Чарльз закончил библейский колледж в возрасте 22 лет. Он хотел стать проповедником. Но в учебниках его никогда не называют проповедником Дарвином, правда? Они всегда называют его ученым. Ну, подождите минутку. Кто решает, кого называть ученым? Эволюционисты скажут: если вы верите в создание, вы не ученый. Значит, все ученые верят в эволюцию. Ну и логика. Дарвин поплыл в пятилетное путешествие на Бигле, собирая насекомых и птиц. И с собой в плавание он взял несколько книг для чтения. Он взял свою Библию, книгу Лайла о геологической колонии. Книгу, которая изменила его жизнь навсегда. Позже он сказал: недоверие закрадывалось очень медленно. Я не чувствовал ничего плохого. Он медленно потерял доверие к Библии. Когда он путешествовал вокруг мира, он посетил острова Галапагос, вот здесь. Он заметил, что на каждом острове были разные виды зябликов. Он насчитал 14 разновидностей зябликов, основанных на форме их клюва. Он внимательно изучал зябликов, охарактеризовал их и сказал: «Вы знаете, я думаю, что все они произошли от одного предка». Ты прав, Чарли. Я спорю, что это была птица». И тогда Чарли заключил в своей книге. Книга вот здесь. В своей книге на странице 170 он сказал: «Это по-настоящему удивительный факт, что все звери и все растения на протяжении всего времени и пространства должны быть родственными между собою». «Подожди, Чарли, ты имеешь в виду, что птицы и бананы родственны?» «Не это ли он говорит?» «Это то, что я читаю, я не хочу говорить за него, но мне кажется, что он говорит, что птицы и бананы родственны». «Здесь вся проблема. Если вы будете обсуждать эволюцию, вы должны делать то, что я вам скажу. Если вы хотите выиграть аргумент в первые 5 минут, вы выиграете его». Наблюдение Чарльза — это то, что мы часто называем микроэволюцией. Понимаете, при разговоре об эволюции, если вы сразу же не определите значение слова «эволюция», то вы будете говорить о разных вещах и никогда не поймете друг друга. Микроэволюцию можно наблюдать. Она научная, это факт. И она также библейская. Это говорит нам, что собаки производят разновидность собак. И, наверное, у всех собак в мире был общий предок. Собака. И розы производят разновидность роз. Это факт, это происходит, за этим можно проследить. Фермеры сводят разных домашних животных и получают специальную породу для определенного назначения. Но они все равно получают тот же самый род. Они показывают детям разные доказательства макроэволюции, как маленькую и большую собаку, две собаки, один род животного. И они стараются, чтобы дети поверили, что это доказывает макроэволюцию. Но подождите минуточку. У микроэволюции есть доказательства, но лучше даже не называть это микроэволюцией. Мне не нравится это слово. Вы можете назвать это разновидностью или разнообразием. 3-летний ребенок может определить одинаковый род животного. Давайте возьмем собаку, койота, волка и банан и спросим 3-летнего ребенка: что не похоже на остальных? Правда? Собака, волк и койот, наверное, имели общего предка. Животное, похожее на собаку. Это микроэволюция. В Библии написано, что животные, деревья, фрукты и трава произведут породу их. Не используйте слово «вид» в дискуссии о эволюции. Вы можете просмотреть мой дебат номер 8, где профессор пытался и пытался, чтобы я определил значение слова «вид» или «род». И я сказал: скажите, что такое «вид». Понимаете, они пытаются использовать наши аналогии, чтобы учить наших детей своей религии. Библия говорит: производящие породу их, не по виду их. В школе они показывают детям примеры микроэволюции, которые являются фактом,
и пытаются заставить их поверить с большой буквы «поверить» в макроэволюцию, которая учит, что у собаки и розы был общий предок очень давно во времени. И этим предком был камень. Когда я проповедовал в университете, я сказал, что эволюционисты верят, что все произошло от камня. Одна женщина разозлилась на меня и сказала: «Мы не верим в это». Тогда я сказал: «Вы верите в эволюцию?» Она сказала: «Да, конечно». Я сказал: «Я хочу задать вам вопрос. Откуда мы появились?» Она ответила: «Мы произошли из макромолекулы». Я спросил: «Откуда появилась молекула?» Она сказала: «Молекула появилась из добиотической смеси в океанах». Я спросил: «Откуда появились океаны?» Она сказала: «Миллионы лет на камне шел дождь». «А, до нее дошло. Кажется, я верю, что мы произошли из камня». Я сказал: «Да, мэм, вы верите». Мне все равно, верите вы в это или нет. Вы можете верить во все, что вам угодно, но не называйте это наукой. И не говорите мне, что я должен платить за то, чтобы вы учили этому детей. Это не наука. Эволюция, когда я использую слово «эволюция», я имею в виду макроэволюция. Это фантазия, основанная на воображении, которой вообще нет никакого доказательства. Они дают детям примеры микроэволюции и хотят, чтобы они поверили в макроэволюцию. Это большой прыжок. В рекламах это называется приманка с переходом, и это нелегально. Если я поставлю в газету такое объявление: «Новый Mercedes-Benz, $10», то люди будут приходить толпами ко мне в офис, но я скажу: «Извините, я только что его продал, но я вам могу показать такой же самый за $35,000». Приманка с переходом, правда? Это незаконно. Вы заманиваете их чем-то одним и показываете им совершенно другое. Именно это и происходит в наших учебниках. Они заманивают наших детей поверить в эволюцию, давая им объяснение как происхождение с изменениями, и говоря: «Дети, правда вы отличаетесь от ваших родителей или прародителей?» Дети думают: «Да, да». Они хотят, чтобы дети поверили в эволюцию. Они заманили их одним значением слова. И тогда в учебниках они переходят к включению разных вещей, как макроэволюция, космическая эволюция. Приманка с переходом – это незаконно, кто-то должен пойти за это в тюрьму. При так называемом обучении детей вкрадывается настоящее значение слова. Я родом с Иллинойса, кукурузного штата. Там столько кукурузы, что им приходится использовать номера. По дороге вы можете увидеть такой знак: «Пожалуйста, не смешивайте такую-то кукурузу с такой-то». Но я вам могу сказать одно. Вы можете смешивать кукурузы сколько вы захотите, но вы всегда получите кукурузу. Вместо кукурузы никогда не вырастет хомяк, помидор или кит. Этого просто не случится. Все, что вы получите, это кукурузу. Разновидность случается. Есть много разновидностей собак, и у них, наверное, был общий предок. Собака. Это не эволюция, это разновидность. Есть разновидности коров, и у них, наверное, был общий предок тоже. Корова. Разновидность случается, но у нее есть границы. Этого эволюционист или не понимает, или не хочет признаться. У вариаций есть границы. Фермеры стараются вырастить больших свиней, не так ли? Они всегда стараются вырастить чем побольше размером. Вы думаете, они вырастят свинью размером, как Украина? А, нет. Я спорю, что этому есть где-то граница, правда? Они скажут: «Брат Хован, тараканы привыкают к яду». Да, они привыкают. Но я спорю, что этому есть граница. И они никогда не привыкнут к кувалде. Правда? Во-вторых, они не хотят понять или признаться, что эти происходящие вариации производят тот же вид животного. Это не эволюция, это вариация, друзья. Но они скажут: «Это макроэволюция». Понимаете, это и есть проблема. Они путают детей этими двумя разными значениями. Слово «эволюция» должно быть разделено раз и навсегда на макро и микро. И они никогда не должны встретиться. Между ними нет ничего общего. И миллионы лет микро не относятся к макро. Вы можете думать, вы можете надеяться, вы можете верить, что они относят друг к другу. Но это ничего не изменяет. Макроэволюции нет никакого доказательства. Информация для вариации уже присутствовала в генах. Вы можете получить разновидность собаки или коровы, но генетическая информация должна уже присутствовать. Вы не можете научить свинью летать. У них нет генов для производства крыльев. Вы можете получить большую свинью или маленькую свинью, и это все. Это разновидность свиньи. Вариации случаются, но гены новой разновидности более ограничены. Вы знаете, что они потратили много лет, смешивая собак и сохраняя самых маленьких щенков.
самых маленьких, пока они не получили чиваву, карманную собаку. Много-много лет смешивания собак в конце концов произвели 100% бесполезную собаку. Подумайте об этом. Что? Какой это вид? Как вы его назовете? Близкий к бесполезному, правда? Большинство разновидностей собак были кем-то выращены для какой-то цели. Например, сидеть на коленях или охранять дом. Это вариации, они случаются, большинство из которых специально выбраны человеком. Это не естественный отбор, это искусственный отбор, и большинство не выживет в дикой среде. Отпустите всех в мире карманных собак в дикий лес. Они подбегут к волку. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Ущ! Видите, вариации случаются, но генетическая информация потеряна. Она не прибавлена. И когда вы смотрите на эту маленькую собаку, вы увидите, что генетическая информация была потеряна. Ничего не было прибавлено. В 1795 году вышла книга Джеймса Хаттона, в которой он начал говорить людям, что Земле миллионы лет. И этим он как бы забрал 6000-й возраст Земли. Это открыло дверь для появления Чарльза Лайла, опровергшего потоп с помощью принципа геологии. И люди начали смотреть на слои камня и думать, что они разного возраста, разделенные миллионами лет. Лайл опроверг потоп. В 1859 году появился Дарвин со своей книгой и уничтожил веру в Создателя. И к середине 18 столетия мир остался без Библии. Общество начало рушиться во многих слоях, о чем мы говорим на кассете номер 5. О том, как теория эволюции середины 18 столетия повлияла на подъем коммунизма, нацизма, социализма, марксизма и нового мирового порядка, грядущего и в ваш город. Мы поговорим об этом на видеокассете номер 5. Эта геологическая колонна и была началом всех ложных учений. Идея, что Земле миллионы лет, униформизм и эволюция находятся в учебниках в вашем городе. Этому будут учить детей завтра. Повсюду. Я собираю учебники, у меня есть сотни учебников многих стран и многих лет. В учебниках есть много хорошей науки, но в них есть яд. Я боюсь, что детей больше не образовывают, их индоктринируют. Учебники — это не книги, а науки, потому что если бы это была настоящая наука, учебникам были бы представлены все варианты с возможностью выбора самого рассудительного. Сотворение мира исключено. Потому что эволюционисты знают, что если дети будут изучать сотворение и эволюцию вместе, 99% детей отвергнут эволюцию. Поэтому они не хотят представлять теории вместе, потому что тогда никто не поверит в эволюцию. Видите, все хотят учить тому, чему они верят сами. Я хочу, чтобы вы верили, чему я верю. Я стараюсь изменить ваше мышление, если вы эволюционист. Я хочу, чтобы вы поверили Библии. Я представляю доказательства, которые представляют мое дело. Потому что я думаю, что я прав. Не потому, что я прав, но потому, что Библия права. Бог сотворил мир. И эволюционисты стараются, чтобы дети поверили, во что они верят. Но они дают детям ложную информацию. Они обманывают их. Этот учебник 99-го года Университета Западной Флориды, который содержит много вещей, опровергнутых 120 лет назад. Но они хотят, чтобы дети поверили в ихнюю теорию. И они должны представить какое-то доказательство. Вот это типический учебник с целой главой о эволюции. Иногда детям приходится учить целые книги по этой теме. Здесь говорится: «Ребята, у нас есть много доказательств эволюции из разных сфер науки». Что они им покажут? Они им скажут, что эволюция происходит из-за мутаций, которые производят новый вид, и естественный отбор помогает ему выжить и захватить население. Ничего подобного никогда не наблюдалось. Все это воображение. Мутации случаются, естественный отбор случается, но они не совершают эволюцию, как они думают. В этом учебнике детям говорится, что розы произошли от различных мутаций. Наверное, правда. И это все равно роза. Эти мутации случаются. Вот бык с 5 ногами. 5-я нога растет со спины. Он не может бежать быстрее. Я хочу, чтобы вы заметили, что у быка выросла нога, а не крыло, перо или клюв. Мутация не может добавить новую информацию. Она может взять существующую информацию и перемешать ее. Это не помогает. Вот коротконогая овца.
В этом учебнике говорится, эта мутация не выживет в природе. Конечно нет, она будет первой овцой, которую схватит волк. Убегайте, идет волк. О, она не успела. Вот двуглавая черепаха. Это мутант, это не ниндзя. Видите, мутации происходят, но они вредные, фатальные или нейтральные. Если бы вы получили выгодную мутацию, чего не было доказано, с кем бы она сроднилась? А? Вам нужно получить две мутации в одно и то же время, в одном и том же месте. Знаете, это большой мир. Понимаете, мутация – это перемешивание уже присутствующей информации. Это как взять буквы слова «машина», перемешать их и составить разные слова из этого слова. Но вы никогда не получите море, зебра или доллар из этих букв. Информация недоступна. И перемешивание существующего кода ДНК не составит ничего нового. Мутации ничуть не помогают теории эволюции. Но это все, что у них есть. Я говорю вам, это не поможет, друзья. И тогда они думают, что естественный отбор поможет. В этом учебнике говорится, что естественный отбор является причиной эволюции. Неправда, в этом нет ничего плохого. Естественный отбор происходит, креационисты подумали об этом первые. Естественный отбор происходит, но он не может создать ничего нового. Он точно не может наделить вас новыми качествами или новой информацией. Он только выбирает из существующих разновидностей и определяет, какая из них выживет. Если бы у вас был завод по производству машин, обычно на заводе была бы секция контроля качества. Люди контролировали бы качество, отбирали брак и уничтожали бы его. И если бы у вас была секция контроля качества, которая бы замечала каждую ошибку, ничего бы не оставалось незамеченным. Вы производите совершенные машины. Это было бы неплохо, не так ли? Сколько времени понадобится, чтобы изменить автомобиль на самолет? Но вы скажете, что система никогда не изменит машину на самолет. Это и моя идея. Видите, естественный отбор не создает ничего нового. Он не может изменить продукт во что-то другое. Он только сохраняет этот продукт в хорошем состоянии. Естественный отбор не имеет никакого значения для эволюциониста. Он происходит, но он ничего не объясняет насчет эволюции. Он бесполезен. Выживание сильнейшего происходит, но оно не объясняет появление сильнейшего. Кстати, выживание сильнейшего – это тавтология. Фраза, которая не значит ничего. Почему вы выжили? Потому что вы сильнейшие. А как вы знаете, что они сильнейшие? А, потому что они выжили. Видите, к чему это приводит? Ни к чему. И это не всегда выживание сильнейшего. Если кит съедает 80% рыбы, это не выживание сильнейшего. Вообще-то это выживание счастливейшего. Это ближе к реальности. Меня удивляет, как некоторые люди проводят полезные наблюдения, но все равно приходят к неправильным выводам. Вот вам пример. Как-то раз несколько блестящих ученых собрались вместе и захотели узнать, как далеко прыгает лягушка при отрезании лапок. Они поставили лягушку на землю и сказали: «Прыгай, лягушка!» Лягушка прыгнула 80 сантиметров. Тогда они отрезали одну лапу и сказали: «Прыгай, лягушка, прыгай!» Лягушка прыгнула только 70 сантиметров. Они отрезали еще одну лапку. «Прыгай, лягушка!» Лягушка прыгнула 60 сантиметров. Отрезали еще одну лапку. «Прыгай, лягушка!» Лягушка с одной лапкой прыгнула 50 сантиметров. Они отрезали последнюю лапку и сказали: «Прыгай!» Вы знаете, основываясь на наблюдениях, они ожидали, что лягушка прыгнет 40 сантиметров. Но вообще-то она не прыгнула. Они закричали громче: «Прыгай, лягушка!» Лягушка даже не сдвинулась. Они кричали: «Прыгай!» Она не двинулась. Они собрали информацию, проанализировали ее и сказали: «Товарищи, мы пришли к нескольким выводам. Лягушка прыгала короче при отрезании лапок». Хорошее наблюдение. Однако они заключили, основываясь на эксперименте, что лягушка без лапок глохнет. Нет, 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 не так. Вы не так это понимаете. Полезное наблюдение – неправильный вывод. Гайки от Форда подойдут к Шевролету. Это хорошее наблюдение. Это доказывает, что они произошли от Тойоты 18 миллионов лет назад. Нет, это неправильный вывод. Вы можете проводить полезные наблюдения и все равно приходить к неправильным выводам. Когда я был в школе, мы делали эксперименты с мухами. Мы выращивали мух в лабораториях, чтобы доказать эволюцию.
Знаете, вы можете взять этих мух и облучать их, и варить их, делать все, чтобы у них были дети-мутанты. Там есть мухи со свернутыми крыльями, они летают бз-з-з-з. Они не могут летать. Мухи с красными глазами, белыми глазами, коричневыми. Они... Даже есть мухи без крыльев. Как вы их называете? Ползун? Они не могут летать. После выращивания 80 тысяч поколений мух, мне сказали в школе в классе биологии, они узнали, что все полученные мухи были хуже прадедушки-мухи. Они сказали, давайте посмотрим, к каким выводам мы можем прийти. Все наблюдаемые мутации были хуже первоначальной мухи. Полезное наблюдение. Это доказывает, что мухи развились до последней стадии. Плохой вывод. Прыгай, лягушка, прыгай! Выводом может быть то, что Бог сделал их так, как надо с первого раза. А? Это будет намного благоразумней. Также они провели эксперимент с мотыльками. Они посчитали мотыльков на деревьях. Должно быть государственная работа, я думаю. Они нашли, что потому что деревья были светлого цвета, 95% мотыльков были светлого цвета и только 5% черного. Тогда они начали жечь уголь на заводах, и из-за дыма деревья потемнели. И когда они опять посчитали мотыльков, то теперь было 95% черных мотыльков и только 5% светлых. Они сказали, посмотрите на это. Белый мотылек превратился в черного. Нет, нет, нет. Выводы были простыми. При почернении деревьев соотношение населения бабочек изменилось от большинства белых к большинству черных. Полезное наблюдение, это верно. И тогда они заключили. Население бабочек смогло адаптироваться к новой среде. Хорошее наблюдение. Мальчики и девочки, это доказывает, что мы произошли от камня. Плохой вывод. Но детей учат этому. Ребята, возьмите большой лист черной бумаги, 1 квадратный метр. Я хочу сказать вот что. Все новые учебники, о которых я знаю, все метрические. Я понимаю метрическую систему очень хорошо. Я учил физику у меня, вы можете проверить меня на это. Но я не уверен, что я бы хотел, чтобы кто-то помогал мне строить мой дом, кто не знает, что такое 2 на 4. И если вы патриот, возьмите черный лист бумаги 39,37 квадратных дюйма. И тогда возьмите 200 черных и 200 белых кружочков, вырежьте их и киньте на бумагу. Теперь, ребята, мы увидим, кто сможет собрать с бумажкой больше кусочков за 1 минуту. Конечно, вы соберете только белые кружочки с черной бумаги. И тогда они скажут, видите, ребята, это доказывает эволюцию. Нет, учитель, это доказывает, что в нашей школе есть лишние деньги. Мы разрезали много хорошей бумаги и выкинули на пол. В действительности, факт того, что мотыльки производят двухцветных детей, это доказательство умного дизайна. Это не доказательство эволюции. Бог хочет быть уверенным, что мотыльки выживут. Это что бы ни случилось с окружающей средой. Это называется планированием наперед. Бог запланировал наперед, чтобы они выжили. Но это все равно был мотылек. И когда они прекратили эксперимент и перестали жечь уголь на заводах, деревья посветлели и соотношение изменилось снова к светлым мотылькам. Началось с мотыльков. И закончилось мотыльками. Но это считается самым ярким и известным примером эволюции. Если это ваш лучший пример, тогда у вас ничего нет. Это доказательство дизайна. Ford и Mercedes устанавливают печки и кондиционеры в некоторых из своих машин. Я видел это, поверьте, я ехал на такой машине. Подождите, но не противоположные ли функции у печки и кондиционера? Скажете ли вы, что Ford делает глупую вещь? Нет, это планирование наперед, не так ли? И Бог наделил этих мотыльков генами, включая темные и светлые различия, чтобы некоторые мотыльки всегда выжили. Это планирование наперед. Детей не учат, что мотыльки — это доказательство дизайна. Их учат, что это доказательство эволюции. Тогда они говорят детям, что они должны думать критически. Посмотрите на этот вопрос. Мальчики и девочки, думаете ли вы, что люди до сих пор развиваются? Что это за вопрос? Это вопрос, как перестали ли вы уже избивать вашу жену? И если я скажу «да», тогда я признаюсь, что я ее избивал. Если я скажу «нет», тогда я продолжаю избивать. Правда? Не предполагает ли этот вопрос, что эволюция уже произошла? А если ребенок вообще не верит в эволюцию, как он должен ответить на этот вопрос? Посмотрите на второй вопрос. Как внутреннее тепло динозавров способствовало их вымиранию?
Не предполагает ли вопрос, что динозавры вымерли? Это не вопросы для обучения критическому мышлению. Это вопросы обучения думать, как говорят. Вопрос пропаганда, вопросы советского стиля, заставляющие детей поверить в эволюцию. Они говорят: «Ребята, у нас есть доказательства структур». «Да, ребята, это называется аргументом гомологии». Они скажут: «У вас в запястье есть две кости, лучевая и локтевая». «И у кита есть две кости в плавнике». И угадайте, как они называются? Лучевая и локтевая. Вау! Кто назвал их, учитель? Кит? Да, у животных есть похожая структура конечностей, это правда. Полезное наблюдение. Но они говорят детям: сравнительная анатомия предоставляет дальнейшее доказательство эволюции. Общность подсказывает, что эти и другие позвоночные животные связаны между собой. Они, наверное, произошли от общего предка. Извините, но есть два взгляда на это. С какой скоростью бежал тот теленок? Может, это доказывает, что у них был общий конструктор? Видите, они провели полезное наблюдение. У многих животных есть похожее строение конечностей. Полезное наблюдение. У них должен быть общий предок. Неправильный вывод. Это доказывает, что мы произошли от камня. Очень неправильный вывод. Тогда они скажут, что у них есть доказательства развития. Немного вещей в теории эволюции сердят меня более, чем то, что я вам сейчас расскажу. Сходство между ранними стадиями развития у многих разных животных помогло убедить Дарвина, что все формы жизни произошли от общего предка. Минуточку, все ли разные животные похожи при развитии? В этом учебнике говорится: у человеческого зародыша есть жабренные складки. Жабры, как у рыбы, эти маленькие складки кожи не жабры. Эти складки кожи позднее развиваются в разные структуры. Ребенок не может дышать ими. Я видел полных людей с 5 или 6 подбородками, но они не могут дышать никакими, только верхним. Это не жабренные складки, друзья. Эрнст Хейкл придумал это в Германии в 1869 году. Он преподавал в университете. Когда Хейкл прочитал книгу, он разволновался и сказал: «Вот это да!» Книга Дарвина вышла в 1859 году. Хейкл прочитал ее в 1860 году и сказал: «Наконец-то теория, которая позволяет мне жить, как я хочу», что он имел в виду, позволит мне избавиться от Бога. Дарвин предсказал, что доказательство его теории будет найдено. Через 10 лет спустя у них не было доказательства. Хейкл решил им помочь. Он изобрел доказательство. Кстати, все доказательство эволюции было придумано. Хейкл взял рисунки 4-недельного зародыша человека и собаки и изменил их. Он сделал их одинаковыми, похожими. Сверху настоящие рисунки и снизу рисунки Хейкла. Он нарисовал разных животных в стадии зародышей и сделал все зародыши похожими. Тогда он начал путешествовать по всей Германии и говорить: «Посмотрите, вот доказательства эволюции. Зародыши похожи, они проходят через стадию рыбы, амфибии, пересмыкающего и млекопитающего». Он сказал: «Видите, мальчики и девочки, это доказательство эволюции». Но несколько лет назад кто-то сфотографировал настоящих зародышей в стадии развития. Нижний рисунок – это как они выглядят по-настоящему, сверху – подделки Хейкла. Вообще-то люди подозревали с самого начала, что Хейкл их обманул. И он был осужден в своем же университете, и он был обвинен в обмане. Но его рисунки до сих пор находятся в учебниках. Он был обвинен в обмане в 1874 году. Его судили и обвинили в его же университете. Но они используют его рисунки в учебниках прямо сейчас. Я гарантирую, что это находится в учебниках здесь, в вашем городе. У человеческого зародыша есть жабренные складки, как у рыбы. Это интересно, это вообще неправда. Это в учебниках колледжей, я гарантирую. Возьмите любой светский учебник биологии, и вы найдете эту информацию. Почему? Посмотрите на это. Здесь показан 5-6-недельный человеческий зародыш, и говорится: 7-месячный зародыш выглядит снаружи, как маленький нормальный ребенок. Но это еще не ребенок. Не ребенок 7 месяцев? Это странно, так как 34% детей, рожденных на 5,5 месяца, выживают. Так выжил мой сын. Что вы имеете в виду? Не ребенок 7 месяцев? Ангел Господень сказал: вот ты беременна и родишь сына. Нет, друзья, это ребенок, это человек с момента зачатия, и каждый доктор в мире знает, что жизнь начинается при зачатии.
Она не начинается при рождении, она начинается при зачатии. Каждый знает, когда начинается жизнь. Но тогда почему эта ложь находится в учебниках? Почему она находится в учебниках? Это единственный путь к оправданию абортов. Они хотят, чтобы вы думали, что это не человек, и нет ничего плохого, если вы его убьете. Я думаю, настоящая проблема — это дьявол. Ему было сказано в Эдемском саду в Бытие главе 3, что в один день семя женщины поразит его в голову. И после этого он старается уничтожить каждого человека. Он хочет сократить мировое население с около 6 миллиардов до 500 миллиардов. И у него есть много разных верных подчиненных, работающих по сокращению мирового населения. И аборт — это один из его способов. И это один из его любимых способов. Жак Кусто сказал, мы должны ликвидировать 350 тысяч человек ежедневно. Мы должны спасти планету. В Джорджии мы говорили об этом раньше. Вы найдете камни-путеводители, на которых написано. Сохраняйте человечество на уровне 500 миллионов. Масоны Джорджии думают, что вы должны сократить мировое население до 500 миллионов. Тед Тернер сказал, мы должны сократить мировое население на 95%. Хорошо, Тед, ты первый. И захвати с собой свою жену. Принц Филипп сказал, если бы я мог перевоплотиться, я бы вернулся на Землю как вирус-убийца, чтобы снизить уровень населения. Видите, они хотят сократить мировое население до 5 мая 2000 года. Я надеюсь, что они этого не сделают. Но аборт — это прекрасный путь осуществления этой цели. Около 1 миллиарда детей погибло от абортов. Это пятая часть населения всей планеты. Почему они говорят, что это не человек, когда все знают, что это человек? Анна Росса выжила при неудавшем аборте, но ей отрезали руку. Люди говорят, о, это ужасно, страшно. Да, а что бы, если у нее отрезали голову? Друзья, аборт — это убийство. Вы, наверное, слышали о моем городе. Я живу в Пенсаколе, во Флориде. У нас были расстреляны и убиты 2 доктора, взорвано и сожжено несколько клиник. Я не убивал докторов и не сжигал клиник, но я не думаю, что Иисус поступил бы так же. Иисус рос под римским контролем, но не ходил и не взрывал танки и не сжигал мосты. Но доктора были убийцами, это просто и ясно. Когда был застрелен первый доктор, я находился в Форт Латердейле. На следующий день я летел домой, и прямо впереди меня сидели 2 дамы из НАУ, Национальной организации диких женщин. Они собирались маршировать по городу с плакатами «За выбор! За выбор!». Заметили ли вы, что в новостях и учебниках их называют «За выбор», а нас называют «Анти-аборт»? Для этого есть причина, она называется «Журналистическая свобода». Они называют вас «Анти-аборт», потому что «Анти» имеет как бы негативный оттенок. Никто не хочет быть «Анти». А если они назовут нас «За жизнь», а их «За смерть», это было бы лучше. Когда мы сходили с самолета, я заметил, что у этих 2 дам, то есть женщин, на футболках большими буквами было написано «Выбор превыше всего». Я спросил их, «Извините, что это значит «Выбор превыше всего»?» Они ответили, «Мы верим, что у женщины есть право на выбор». Если у ребенка это право? Знали ли вы, что все, кто проголосовал за аборт, уже рождены? Подумайте об этом. Я сказал, «Мэм, я интересуюсь этим. Право на выбор. У меня 3 детей, 1 был рожден дома, я выращивал хомяков, я преподавал биологию и анатомию. Я спросил, скажите мне, почему это право выбора прекращается при рождении? Почему мы не разрешим ей убивать ребенка после рождения? Это будет намного проще и безопаснее. Много женщин погибают от абортов. Погибает не только ребенок, но и мать. Многие повреждены на всю жизнь». У 90% с чем-то остаются психологические проблемы на долгое время. Одна женщина написала мне, «Аборт — это убийца, убийство, и каждая женщина, имевшая аборт, знает об этом. Приблизительно каждая женщина мучается этим долгое время, если не всю жизнь. Но, друзья, это не непростительный грех. Если вы сделали аборт, Бог любит вас. Он может простить вас, и Он может спасти вас, и Он может помочь вам исцелиться». Но вы не думаете, что то, что вы сделали, хорошо, это плохо. Библия была написана убийцами. Царь Давид был убийцей. Не то, что это хорошо, это просто факт. Моисей был убийцей. Если вы убили вашего ребенка, попросите Бога прощения и начните служить Ему. Разговаривая с женщинами, я спросил, почему мы не дадим женщине право убивать ребенка после рождения? У меня появилась блестящая идея. Давайте продлим право аборта до 2-летнего возраста.
Я знаю много матерей с двухлетними детьми, которые думали об этом. Я не попрошу вас поднять руку, но я знаю, что вы здесь, правда? У меня появилась блестящая идея. Давайте продлим право аборта, пока ребенку не будет 18 лет. Я спорю, они будут намного послушнее. Сын, еще раз, и я убью тебя. Учитель, где сегодня Джон? А, Джон вчера не сделал домашнюю работу, его мама сделала аборт. Тогда и оценки поднимутся. Но женщины больше не хотели разговаривать об этом и ушли. Я взял свои сумки, и когда я ждал такси, чтобы ехать домой, я заметил кинооператора. Он приехал с Чикаго для киносъемки этого марша. Я подумал, подождите, только 6 человек будут маршировать по городу, и с этого сделают мировые новости? На вашей улице может собраться 100 тысяч человек против аборта, и это не сделает никаких новостей. Заметили ли вы это? Это одна из причин, почему я не покупаю газет. Я не хочу поддерживать эту экономику, я не хочу поддерживать либерализм. И когда звонят из газеты, чтобы мы ее покупали к нам в офис, я поднимаю трубку. Несколько недель назад я поднял телефонную трубку. Алло, это брат Хован? Женщина говорит, вы хотите подписаться на журнал новостей? Я говорю, нет, у меня нет попугая. Она сказала, я не понимаю. Я сказал, видите, мэм, если бы у меня был попугай, нам бы нужна была газета, но она нам не нужна. Она сказала, сэр, о чем вы говорите? Я сказал, мэм, я знаю, что вы не работаете на них, вы только пытаетесь продать мне газету, но я не хочу покупать эту либеральную тряпню. Я не хочу, чтобы мои деньги поддерживали ихнюю пропаганду. Я думаю, что газеты хороши только для завертывания рыбы или подстилки в птичьей клетке. И эти нелегальные доктора, им платят наличными, без налогов, за проведение абортов. Один доктор руководил или собственноручно провел 60 тысяч абортов. И когда он сел и просмотрел фильм, сделанный в лаборатории при проведении аборта, он увидел, как ребенок изгибался и защищался, стараясь избежать всасывающей трубки, разрывающей ребенка на кусочки, в 20 раз мощнее вашего домашнего пылесоса. И теперь он стал местным адвокатом против абортов. И любой, кто хочет сделать аборт, должен заказать и посмотреть видеофильм «Безмолвный крик». Вы сначала просмотрите видео, и если вы все равно хотите сделать аборт, придите ко мне. Я хочу поговорить с вами и встретиться, потому что у вас нет души. Только посмотрите фильм «Безмолвный крик». Вы можете купить его в любой антиабортной организации. Вот логика, которую они используют для оправдания абортов. Они скажут, это не человек. Извините меня, это неправда, это было опровергнуто. Тогда они скажут, он не жизнеспособный, он не может жить сам по себе. Но вы тоже не жизнеспособны, начиная голыми на Северном полюсе? А? Жизнеспособный ли ребенок после рождения? Положите его на тротуар на несколько месяцев, давайте посмотрим, как он выживет. Подумайте об этой логике. Только потому, что он не может жить сам по себе, у нас есть право на убийство? Я знаю 25-летних детей, которые занимают деньги у своих родителей. Эй, папа, можешь занять мне денег? Выстрел. Ты должен жить сам по себе, сын. Оправданное убийство. Как насчет этой логики? Они скажут, ребенок может быть нежеланным. О, это блестяще. Есть нежеланные дети, которые уже рождены. Давайте убьем их всех. Мои родители приезжали 4 раза, когда я был маленьким, но я находил их каждый раз. Как насчет этого? Ребенок может быть финансовым бременем. Покажите мне ребенка, который не является. Каждый ребенок – это финансовое бремя. Тогда они скажут, что ребенок может быть от изнасилования или кровосмешания. Но тогда вы убейте насильника, не ребенка. Казните насильника и усыновите ребенка. В случае, если вы не понимаете, как это происходит, здесь участвуют 3 человека – мать, отец и ребенок. И если мы должны убить одного из них, почему всегда это ребенок? Почему нам не убить мать один раз? У меня появилась блестящая идея. Установите закон в вашем штате, в котором говорится, что если женщина хочет сделать аборт и идет к доктору, у доктора должен быть мешочек с бумажками. На одной бумажке написано «ребенок», на следующей написано «отец» и на одной «мать». Вы берете наугад бумажку и видите, кто должен умереть, давая этим ребенку равный шанс. Давайте прибавим еще одну бумажку «доктор». Давайте прибавим еще одну. Губернатор.
Еще одну. Президент. А? По закону вы не можете убить оленя ночью, используя яркий луч. Для этого существуют законы, не так ли? По крайней мере, дайте ребенку равный шанс. Один доктор рассердился по этому поводу и сказал: «Мистер Ховенд, а что, если женщина изнасилована? Должны ее заставить родить ребенка?» Я сказал: «Сэр, разрешите мне задать вам вопрос. Если женщина изнасилована и забеременеет, что крайне маловероятно и очень редко вообще случается, но если она изнасилована и рождает сына, 5 лет спустя она держит ребенка и готовит обед. Вдруг она вспоминает этот ужасный случай, теряет контроль и убивает 5-летнего сына. Или дочь. Убийство ли это?» Он сказал: «Конечно». Я сказал: «Сэр, если бы она убила его 5 месяцев после рождения, было бы это убийством?» Он сказал: «Да». Я сказал: «А если бы она убила его 5 минут после рождения, убийство ли это?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Даже если ребенок от изнасилования, это все равно убийство?» Он сказал: «Да». Я сказал: «А что, если она бы убила его 5 минут до рождения?» Как аборт частичного рождения. Если ваш сенатор-представитель проголосовал за это, с ним серьезно что-то не в порядке. Меня удивляет, как президент Клинтон может поставить на это вето. Доктор был очень молчалив, когда его спросил за 5 минут до рождения, потому что он знал, что я загнал его в угол. Друзья, изнасилование ужасно, но этого не сделал ребенок. Вы убейте насильника, не ребенка. Они скажут: аборты законны. Но это не значит, что это правильно. В 1936 году германский Верховный суд объявил, что евреи не люди. Если вы еврей, вы не человек. В 1973 году Верховный суд США объявил, что слово «человек» не включает в себя нерожденных детей. Много общего. Гитлер начал убивать и расстреливать евреев, потому что они не были людьми. У них не было никакой защиты в законе. Гитлер относился к евреям как к паразитам нации. Из его книги «Mein Kampf». Это интересно, доктора или акушеры относятся к нерожденным детям как к паразитам в женском теле. Интересно, откуда у них появилась эта идея? И когда Гитлер начал убивать евреев, это было законно. Я был в Ласбургском лагере несколько месяцев назад. Я также был в Нюрнберге, я видел несколько мест, где убивали евреев. Кучи и кучи обуви. Повсюду мертвые тела. По меньшей мере, 6 миллионов. Я был в помещении суда в Нюрнберге, где осужденные солдаты говорили: «Все, что мы делали, было вполне законно, мы только выполняли приказы». Выстала ли эта логика на суде? Нет, их признали виновными в убийстве, не так ли? И вы, аборционисты, ваша логика не выстоит перед судом Бога. Вы будете виновными, и все в мире увидят ваше осуждение. Ничего не пройдет незамеченным, у Бога все внимательно записывается. Но это еще не день суда. Вы знаете, во время революционной войны погибло 25 тысяч американцев. Во время гражданской войны погибло 400 или 500 тысяч. Во время Второй мировой войны погибло 400 тысяч человек. На сегодняшний день в Америке погибло 38 миллионов младенцев от абортов. И около 1 миллиарда по всему миру. Друзья, мы в беде. В 1916 году Сайнгер организовала группу под названием «Запланированное семейство». Ее целью было уничтожение низших рас. Она думала, что они были сорняками. Она думала, что евреи, чернокожие, мексиканцы были сорняками. Восточные расы были сорняками. Их необходимо уничтожить. В книге «Женщины и новая раса» она написала: «Самое милосердное дело, которое большая семья предпринимает к одному из своих младенцев, это убить его». В журнале «Женский повстанец» она сказала: «Нет богов, нет хозяев». Это был их девиз. Ихней целью было создание чистокровной расы. Звучит как у Гитлера, не правда? Кстати, в 1993 году один из его докторов написал артикль «Евгеническая стерилизация. Срочная надобность». Маргарет Сейнгер сказала: «Наиболее успешный метод подхода к неграм – это через религию. Мы не хотим, чтобы было известно, что мы хотим истребить негритянское население». И простой негр не знает об этом, правда?
Сейчас президент запланированного семейства – негритянка. Фей Ветлтон – гуманист года. Они пытаются спрятать великую миссию, но они все равно хотят создать чистокровную расу, уничтожить низших. В 1952 году организация опубликовала документ о том, как планировать ваших детей. Они отвечают на вопросы. Вопросы о контроле рождаемости. Что такое контроль рождаемости? Аборт ли это? В 1952 году организация ответила, безусловно, нет. Для аборта необходима операция. Она убивает жизнь ребенка после ее начала. Это опасно для вашего здоровья и жизни. Это может сделать вас бесплодными. Не изменились ли они за 40 лет? Видите, сатана использует этот обман эволюции, чтобы уничтожить человечество. Аборт – это один из его многих инструментов. Мы поговорим об этом больше на видеокассете номер 5. О вещах, использованных для уничтожения человечества. Он хочет уничтожить человечество. Он лжец. И он обманывает детей, говоря им, что у него есть доказательства эволюции, хотя доказательства нет. В следующей сессии мы поговорим о неправде в учебниках. И я расскажу вам, что вы можете сделать прямо здесь, в вашем городе. Как вы сможете помочь исправить это? Поддержать учителей, которые пытаются что-то делать. Практические шаги для исправления. После перерыва я еще расскажу, чему учат наших детей, и расскажу, что вы можете предпринять на этот счет. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Это вторая сессия о неправде в учебниках и о том, что можно сделать. Я забыл напомнить в последней сессии, что если вы хотите прочитать или дать кому-то хорошую книгу о абортах, это книга Джона Энкерберга «Книга о разных научных фактах и абортах и подобных вещах». Джон ведет служение в штате Теннесси. Теперь немного об обманах в учебниках и что можно сделать на этот счет. В обычном учебнике говорится, что у человека есть аппендикс, который является остаточной структурой. Слово «остаточный» значит, что вам он больше не нужен. Они хотят, чтобы дети поверили, что это доказывает, что мы развиваемся, так как мы перестаем использовать аппендикс. Но фактом является то, что это неправда. Аппендикс – это часть иммунной системы. Вам нужен ваш аппендикс. Конечно же, вы можете жить и без него. Это правда. Вы можете жить без двух рук и без двух ног, без двух глаз и без двух ушей. Но это не доказывает, что они вам не нужны. Факт того, что вы можете жить без чего-то, не доказывает эволюцию. Они скажут детям, у кита есть остаточный таз. Вот что написано в этой книге. У многих организмов сохраняются следы истории их эволюции. Например, у кита кости таза и ног являются ненужными остатками. В этом учебнике под рисунком кита написано. Таз кита является доказательством эволюции кита от четырехкопытного земноводного млекопитающего. Извините меня, но эти кости кита не таз или нога, или бедро, или вообще что-нибудь общее с ногой. Эти кости являются местом, к которому присоединены мускулы. И без этих мускул, и без этих костей киты не могут размножаться. Это не имеет ничего общего с ходьбой по земле. Это имеет дело с рождением китов. Автор, который написал это, или не сведущ в анатомии китов и не должен писать учебники. Или же он обманщик, пытающийся продвинуть свою теорию. Но, друзья, это найдено в почти каждом учебнике биологии. Кто-то должен вырезать эту страницу. Это детская книжка о китах. Посмотрите, что здесь написано в первом предложении. Представьте себе китов, ходящих по земле. Это правда? Кому-то нужно подучить анатомию. Киты никогда не ходили по земле. Они всегда были китами. Бог создал их. В этом учебнике говорится, у человека есть хвостовая кость без никакой явной функции. Я проводил дебат в Хантсвилле, Алабаме. Я дискутировал с президентом атеистической ассоциации Северной Алабамы. Или чего-то в этом роде. Он вышел перед всеми людьми и сказал, «Товарищи, у нас есть доказательства эволюции. У людей есть хвостовая часть, которая им больше не нужна». Когда пришел мой черед, я сказал, «Мистер Петерсон, я преподавал биологию и анатомию, и я знаю, что к хвостовой кости присоединены 9 маленьких мышц, без которых невозможны некоторые очень важные функции. Я не скажу, что это за функции, но поверьте мне, вы нуждаетесь в этих мускулах». Однако, мистер Паттерсон, если вы верите, что хвостовая часть не нужна, я, Кент Ховенд, заплачу, чтобы вашу кость вырезали. Сгибайтесь. Не прошло и минуты, как он подумал, о, лучше бы я этого не говорил. Да, лучше бы ты не говорил. И любой, кто говорит, что хвостовая часть остаточная,
или несведущ своей анатомии, или преднамеренный обманщик, пытающийся продвинуть свою теорию. Понимаете, они хотят показать детям доказательства эволюции. На одном из моих дебатов я представлял факт за фактом, как я делаю сегодня, о неверных вещах, используемых для поддержки теории эволюции. Они просто неверны. Один профессор встал и сказал: «Мистер Хованд прав. Эти вещи неверны. Однако, мистер Хованд, у меня к вам вопрос. Вы показываете нам вещи в учебниках, которые неверны. Чем вы их замените?» Друзья, то, что он так сильно пытался не сказать, это мы хотим, чтобы дети поверили в эту теорию. Вы забираете все доказательство, вы должны найти замену. О, нет, сэр, видите, если у вас нет доказательства теории, это ваша проблема. И я рекомендую вам найти другую теорию. Видите, они знают, что если вы заберете из учебников весь обман, не останется никакой поддержки эволюции. И я думаю, что вместо государственных школах христианам необходимо сначала забрать детей из школ, если возможно. И тогда давайте постараемся забрать ложь из учебников. Вы должны беспокоиться о обмане в учебниках. Заберите эти вещи из школьной системы. Кит с тазом, остаточная хвостовая кость, жабренные складки на человеческом зародыше. Требуйте, чтобы эти вещи извлекли из учебников. Одно за одним вы сможете забрать из учебников все предполагаемое доказательство. И вскоре у них не будет никакой поддержки для их теории, которой у них нет и сейчас. Нет никакой поддержки эволюции. Но они говорят, что хвостовая часть является остаточной. Друзья, остаточных органов нет. Но подумайте об этой логике. Если бы даже они и были, это противоречило бы эволюции. Лишение чего-то не объясняет его появление. Это лишение, это не прибавление. Это не помогает эволюции. В этом учебнике говорится: растения адаптировались к окружающей среде. Это слово «код». Они используют слово «адаптировались», потому что они не хотят говорить «придуманы». Жабры — это адаптация к жизни в воде. Тогда как жили рыбы до того, как они адаптировались? Видите, друзья, в течение миллионов лет ни одна рыба не выжила. Почему они не говорят, что это особенность проекта? Они избегают слова «замысел», потому что тогда какой-то ребенок встанет и спросит: «А кто тогда является конструктором?» Правда? Кстати, вам не нужно видеть конструктора, чтобы поверить, что он существует. Вы можете верить в дизайнера, никогда его не встречая. Я вам объясню. У меня есть часы Casio. Стоят $50, сделаны в Японии. Это удивительный механизм, он вмещает 150 телефонных номеров. Это калькулятор, секундомер, будильник, счетчик. Он не говорит время. Вам нужно посмотреть на время для этого. Но это удивительное устройство. Но мне не нужно ехать в Японию и увидеть человека, кто сделал часы, чтобы поверить, что он существует. Будет логически, если я скажу: это удивительный механизм. И я спорю, где-то есть умный конструктор. Логически? Встреча его или нет, не имеет никакого значения. И когда вы смотрите на природу, смотрите на мир, на Вселенную через телескоп или микроскоп, вы должны прийти к двум выводам. Есть конструктор, и он умен. Кто-то создал этот мир, друзья. Дьявол знает, что наука автоматически приведет студентов ко Христу. Поэтому он работает очень тяжело, чтобы быть уверенным, что наука уведет их от Христа. Поэтому все усилие идет на обучение теории эволюции, которая полностью лишена любого доказательства. Нет никакого доказательства макроэволюции. Ноль. Но они продвигают ее все равно, потому что она помогает удерживать детей от Спасителя. У Майкла Бихи есть прекрасная книга «Черная коробка Дарвина». Бихи — это известный микробиолог. Он посвящает целую главу описанию волоса бактерии. Волос бактерии способен двигать эту маленькую бактерию сквозь ее среду эквивалентно человеку, бегущему 95 км в час. Он объясняет, как сложен волос, и говорит: «Друзья, невозможно, чтобы это произошло само по себе. Оно должно быть кем-то задумано». Бихи, я предполагаю, продолжает верить в эволюцию, но он не уверен почему, ведь все так сложно. Эволюционисты очень виновны в чрезчурном упрощении всего, относящегося к жизни. Они все упрощают. Они не понимают. Дьявол одурачил их, даже этих блестящих ученых, которые понимают сложные вещи о Вселенной, о человеческом теле, о анатомии, о ботанике. Но они одурачены дьяволом, и они думают, что это должно было просто случиться.
потому что мы здесь. Дьявол обманывает их. Мне нравится показывать людям эту фотографию. И когда я показываю им эту фотографию, я задаю им вопрос. Думаете ли вы, что это произошло случайно? Они скажут, нет. Вы думаете, ветер мог сделать это? Эрозия, отслоение, тепловое расширение камня? Как это произошло? Они скажут, очевидно, это было придумано. О, это хорошо, очень хорошо. Теперь я хочу вас задать один вопрос. Думаете ли вы, что президент Вашингтон, например, произошел случайно? И если они верят в эволюцию, они должны ответить «да». Подождите, вы не думаете, что их лица могли случайно появиться на камне, но вы думаете, что вся сложная анатомия, 50 триллионов клеток произошли случайно? Если вы верите в это, у меня к вам только один вопрос. Тупые ли вы еще в какой-нибудь области? Друзья, это было придумано. Не нужно быть ученым, чтобы догадаться об этом. В этом учебнике говорится, кипящая вода в океанах содержит сложные химикаты. Прогресс химической смеси к живущему организму очень медленный. Вы думаете, что смесь просто ожила? Студентов учат, что неодушевленные материалы ожили. Франциско Редди и Луи Пасчуэ доказали, что это неправда. Этого не происходит, но эволюционист должен верить в самозарождение, чему нет никакого доказательства. У него нет другого выбора, он должен верить, что неодушевленный материал ожил. Было проведено множество экспериментов, пытающихся создать жизнь из неодушевленных материалов. В учебниках говорится, произошло много важных событий на протяжении архейской эры. Самым важным было возникновение жизни. Прогресс от сложных молекул к самому простому живущему организму является очень длинным процессом. Этого не произошло, друзья, это пропаганда, они обманывают детей. В этом учебнике говорится, первые живущие клетки появились. Они говорят «появились», как будто оно должно что-то значить. Появились между 4 и 3 миллиардами лет назад. Нет никакого доказательства этого события. Дети, вас на экзамене будут проверять, но этому нет никакого доказательства. Первые самовоспроизводящиеся системы должны были появиться в этом органической системе. Они говорят детям, что Миллер создал жизнь в лаборатории, Юрий или Миллер. Подождите секунду, вот что он сделал. Он взял несколько газов, метан, аммиак, водяной пар и водород, перемешал эти газы вместе и пропустил их через трубки. И при циркуляции там было место, где пробивала искра, предназначавшаяся для симуляции молнии. С нижней стороны этого прибора был отсек для вылавливания всего, что сформируется. Он надеялся создать аминокислоты, которые являются строительными материалами для протеинов, протеины для клеток, клетки для жизни и ткань для жизни. Но у него произошла проблема. Он не доказал, как появилась жизнь. Вообще-то проблема была намного хуже. Он не создал жизнь, потому что он исключил кислород. Видите, он забрал кислород из атмосферы, потому что жизнь не могла появиться в присутствии кислорода. При соединении все сразу бы окислилось. Вот почему он сделал атмосферу без кислорода. Но с этим тоже есть проблема. Видите, озон состоит из кислорода, который блокирует ультрафиолетовый свет. И если вы не блокируете этот свет, то он уничтожит все, что у вас есть. Жизнь невозможно создать без кислорода. Невозможно создать и с кислородом. И, как мне кажется, жизнь невозможно создать вообще. Во-вторых, низшие слои камня, если даже ихняя тупая геологическая колонна права, низшие слои сильно окислены. В них содержится больше кислорода, чем у нас сегодня. У нас около 21% кислорода, но есть доказательства, что на Земле было 35%. Все, что он сделал, было проблемой для эволюционистов. На Земле всегда был кислород, и каждый, кто изучает это, знает об этом. Миллер вообще-то отфильтровал продукт. С нижней стороны находился отсек, задерживающий продукт, чтобы он не циркулировал опять. Но это нереально для настоящей жизни. Он знал, что если бы он создал аминокислоты, во второй раз они бы были уничтожены электрической искрой. И я думаю, что искра в 100 000 раз быстрее уничтожила бы их, чем создала новые. И выглядит как проигрышное дело для меня. В конце концов, он получил 85% смолы и 13% карбоксиловой кислоты. Эти два вещества ядовиты для жизни и быстро соединяются с аминокислотами. Он добился успеха в производстве 2% аминокислот, но опять он столкнулся с серьезной проблемой. Он создал 2 аминокислоты, а для жизни необходимо 20.
Эти вещества быстро соединяются со смолой или кислотой, и они никогда не соединяются друг с другом. Они соединяются со смолой. Миллер был очень далеко от создания жизни. Аминокислоты – это как буквы в алфавите. В английском алфавите только 26 букв. И есть только 20 аминокислот. Вы можете взять эти 26 букв и создать из них бесконечное количество слов. И нет границы тому, сколько страниц вы сможете написать, используя только 26 букв. И также, в зависимости от расположения, бесконечное число протеинов может быть произведено 20 аминокислотами. Но если вы начинаете бросать буквы на пол, чтобы создать параграф, чем больше букв в параграфе, тем меньше вероятности, что они произведут, произвольно расположатся в порядке. Особенно учитывая, что они должны упасть лицевой стороной кверху. И если вы бросаете буквы, и половина из них упадет вверх ногами, у вас появится проблема. И что создал Миллер, это половину правосторонних и половину левосторонних аминокислот. Это серьезная проблема, так как в малейших протеинах находится от 70 до 100 аминокислот в четком порядке. И все они левосторонние. Все молекулы ДНК и РНК правосторонние. Этим экспериментом вы ничего не добьетесь, пытаясь создать жизнь в лаборатории. Если бы вы смогли, чтобы эти аминокислоты соединили протеины, они расщепляются в воде быстрее, чем они соединяются. Намного вероятнее, что они распадутся, чем они сойдутся. Понимаете вы или нет, но в океанах полно воды. Аж доверху. И брауновское движение разъединит эти молекулы друг от друга. И, конечно, они не соединятся. Нет, он не создал жизнь в лаборатории. Но детей учат в учебниках. Ребята, существует 20 видов аминокислот. Объясните, как этот факт, а это факт, поддерживает идею, что все живущее произошло от общего предка. Подождите минуточку. Это как если бы я пошел в вашу библиотеку и показал вам, что каждая книга в вашей библиотеке состоит из только 26 простых букв. Это доказывает, что все они произошли случайно. Нет, это доказывает, что интеллигентные люди были вовлечены в расположение этих букв в определенном порядке. И факт того, что все протеины в мире состоят из 20 аминокислот, доказывает, что существует Творец, который написал код жизни. Кстати, если бы это было не так, если бы все жизненные формы не произошли из 20 основных аминокислот, тогда мы смогли бы есть только друг друга. Для того, чтобы мы смогли есть помидор, он должен был бы изменен в человеческую клетку. И Бог должен был создать все из одинаковых строительных материалов, для того, чтобы мы могли кушать разную пищу. Это здравый смысл. Эти люди говорят, что все, что вам нужно, это собрать все молекулы для жизни в одном месте и прибавить к ним энергию. Да? Если вы думаете, что все, что вам необходимо для создания жизни, это все молекулы в одном месте и энергия, давайте проведем эксперимент. Давайте положим лягушку в соковыжималку и включим ее. Через секунду у вас будут все молекулы, необходимые для создания жизни. И в одном месте они будут. Теперь давайте добавим энергию. Давайте облучим их, включим соковыжималку на 1 000 000 лет. Сколько понадобится времени, чтобы повторно собрать лягушку? Этого не случится. Если для создания жизни вам необходимо, чтобы все молекулы были в одном месте, пойдите в морг. Возьмите любое мертвое тело. У вас будут все молекулы, необходимые для создания жизни человека. Не так ли? Что-то не так, правда? Жизнь не так уж и проста. Но в учебниках детям говорят, люди, вероятно, произошли от бактерий 4 миллиарда лет назад. Они говорят детям, что в этих семейных деревьях бактерия медленно развилась в человека. Все это глупости. Даже Мэри Лики знает это, и она верит в эволюцию. Стивен Гулд, профессор-марксист Харвардского университета, сказал, «Эволюционные деревья в наших учебниках не основаны на ископаемых. Ископаемых доказательств эволюции нет, но они в учебниках». Правильно ли это понимаю? Показывает ли это дерево, что у человека, у птицы и у крокодила был общий предок? Понимаю ли я это правильно? Этому они учат детей. Вам не нужно быть ученым, чтобы догадаться, что это разрушит чью-то веру в Библию.
Иисус сказал: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». На суде Божьем придется очень плохо каждому, кто учит эволюции. В этом учебнике детям рассказывается о многих видах жизни. Все множество жизненных форм на Земле произошло от общего предка, найденного в населении примитивных одноклеточных организмов. Но не осталось никаких событий. Вот снова доказательства нет, но вас будут проверять. Вообще, что такое примитивный одноклеточный организм? Живущий организм сложный. Он не примитивный. И, несомненно, он непростой. Меньше не значит проще. Парамекий чрезвычайно маленький. Их может поместиться тысячи в одной капле воды. Но они непростые. Каждый намного сложнее космического корабля. Вот микрочип в скрепке. Меньше — это сложнее. Вот муравей, который держит микрочип, который способен к обработке всех букв Библии 200 раз за одну секунду. Меньше — это сложнее. Давайте сравним маленький мозг пчелы с НАСАвским компьютером фирмы Cray. Компьютер громадный, пчелиный мозг маленький. Мы все согласимся, что есть разница в размере. Как насчет скорости? Суперкомпьютер может обрабатывать 6 миллиардов калькуляций в секунду. Быстро. По подсчетам, пчела может обрабатывать триллион калькуляций в секунду. Пчелиный мозг быстрее суперкомпьютера в 166 раз. Как насчет потребления энергии? Суперкомпьютер потребляет много мегаватт. Он очень неэффективный. Производит больше тепла, чем чего бы то ни было. Но пчелиный мозг потребляет только 10 микроватт. Пчела не только производит мед, она использует мед как горючее, чтобы летать. И пчела может пролететь 400 тысяч километров на одном литре меда. Я хочу увидеть, как вы изобретете машину, которая проедет 400 тысяч километров на одном литре бензина. Мой небесный отец уже создал эту машину. Он умный. Как насчет стоимости? Компьютер стоит 48 миллионов. Пчелиный мозг дешевный. Пчелы всегда разбиваются в лобовое стекло. Как насчет обслуживающего персонала? О, много людей потеют, когда ломается суперкомпьютер. Никто не помогает пчеле, она лечится сама. Я хочу увидеть, как вы придумаете компьютер, который исправляет все свои поломки. Заменяет свой экран, или хард-драйв, или клавиатуру. Самоисправляющийся компьютер. Неплохо, м? Как насчет веса? Пчелиный мозг весит немного. Суперкомпьютер весит 1035 килограмм с существенной системой охлаждения. Давайте посмотрим. Суперкомпьютер громадный, медленный, неэффективный, стоит много денег, нужно следить за тупой вещью. И он был придуман. Нет никого хотя бы с половиной мозгов, кто бы сказал, что суперкомпьютер произошел от взрыва на электронной фабрике. Есть такие? Но они разворачиваются и говорят, что пчела произошла. Подумайте об этом еще один раз. Дьявол смеется с вас за веру в его обман. И человеческий мозг в миллион раз сложнее пчелиного. Друзья, мы удивительно созданы. Когда я проводил дебат, я спросил одного профессора: «Сэр, человеческий мозг весит около 1 килограмма. Верите ли вы, что ваш мозг – это ничего, кроме 1 килограмма химикатов, которые случайно упорядочились на протяжении миллиардов лет?» Он сказал: «Да, я верю». И я сказал: «Тогда у меня к вам есть один вопрос, сэр. Если ваш мозг не представляет ничего, кроме кучи химикатов, то как вы можете доверять вашим мыслям и заключениям? Может быть, у вас несколько химикатов задом наперед?» Видите, ДНК, рибонуклеиновая кислота, лучше известна как хромосомы, является самой сложной молекулой во всей Вселенной. В среднем 50 триллионов клеток находится в человеческом теле. Если вы извлечете все ДНК из каждой клетки, то вы наполните этими ДНК около 2 столовых ложек. Но если вы возьмете эту неимоверно сложную молекулу и растянете ее от конца к концу, то ДНК одного человека, составляя 2 ложки, растянется от Земли до Луны и обратно 5 миллионов раз. Этот кодек ДНК находится в вашем теле прямо сейчас.
Если вы распечатаете этот удивительный кодекс ДНК, вы найдете, что он намного сложнее всех компьютерных программ, составленных человеком. Он неимоверно сложный. Эта молекула непостижима. Если вы распечатаете кодекс, найденный в ДНК вашего тела, когда вы закончите печатать, у вас будет достаточно книг, чтобы заполнить Великий каньон 40 раз. Кто-то здесь работает с компьютерами? Я хочу увидеть, как вы сможете сконденсировать 40 великих каньонов в программу, в CD-ROM, PKZIP, PsyQuest. Мне все равно, что вы будете использовать, но когда вы закончите, это должно поместиться в 2 столовые ложки. Мой небесный отец уже сделал это. Он умен, не правда? И не только это. Молекула может произвести хорошую копию самой себя. Кстати, вы — это копия копии 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 Адама. Возьмите любую компьютерную программу и сделайте копию. Возьмите эту копию и сделайте еще одну копию копию. И сделайте еще одну копию копии, и сделайте так только 50 раз. Тогда возьмите 50-ю копию, поставьте ее в компьютер и запустите. Это то, что сделал Бог, друзья. Давид сказал: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». У него даже не было микроскопа, и он понимал это. От зачатия до рождения к телу ребенка прибавляется 15 тысяч клеток в минуту. Каждая клетка намного сложнее космического корабля. Хотели бы вы работать на фабрике, выпускающей 15 тысяч космических кораблей в минуту на протяжении 9 месяцев? Вы ужасно устанете, когда вы закончите, не правда ли? Вероятность случайного появления только одной молекулы ДНК по подсчетам составляет 1 шанс на 10 в 119 тысячной степени. Этого не происходит. Один профессор сказал мне: если бы случайно произошла только одна ДНК, эволюция продолжила бы появление остальных. Я сказал: я не верю, что одна ДНК произойдет случайно, но я вам дам одну. Я вам дам две. Я исследовал это. Я заметил, что чем больше у вас хромосом, тем вы сложнее. И таким образом вы более развиты. Я начал располагать некоторые вещи в порядке, основываясь на количестве хромосом, чтобы доказать, как произошла эволюция. Я обнаружил, что у пенициллина две хромосомы. Должна быть простейшая форма жизни. Медленно, через миллиарды лет, у него откуда-то появились еще немного, и он медленно превратился в фруктовую муху. И тогда через миллионы, миллионы и миллионы лет медленно развился в помидор или домашнюю муху. Они близнецы, понимаете? И тогда очень медленно, через миллионы лет, развился в горох. И тогда очень медленно, через миллионы лет, это секрет, ребята, медленно он стал пчелой. И тогда медленно, через миллионы лет, у нас появилась тройняшка. Вы знали, что у опоссума, секвойи и бабах по 22 хромосома? Средний ученый не может различить, что есть что. Давайте посмотрим дерево, опоссум, боб. Что из них что? И тогда медленно, через миллионы лет, у нас появилось еще несколько хромосом, и мы стали человеком. Вот вы здесь, 46. Нам бы еще только 2 хромосома. И мы можем стать табаком. Я знаю некоторых, у которых уже такой запах. Иногда, когда они заходят в лифт, я скажу: ну вы и развиваетесь, вы уже перегнали меня, как это у вас получилось? И тогда очень медленно у вас может быть достаточно хромосом, чтобы вы стали картофелем. 90. Вы не знали, что они такие сложные, правда? И когда-то в далеком будущем не случится при моей жизни. Может, в каком-то звездном веке у нас будет достаточно хромосом, чтобы мы стали папоротником. Когда я был в церкви, после служения ко мне подошла женщина и сказала: «Мистер Хованд, я папоротник». Я пожал ей руку вот этой рукой. Я ее больше не буду мыть. Почему детей не учат количеству хромосом, а? Не подходит к теории эволюции, вот почему. Они скажут детям: у нас есть доказательства молекулярной биологии. Да, мальчики и девочки, последование ДНК доказывает это. В этом учебнике говорится: Дарвин предполагал, что все жизненные формы связаны между собой. Это предположение было проверено. Извините, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что теория Дарвина была доказана? Это пропаганда, друзья. Кстати, это в учебнике колледжа.
Что они делают? Они берут последовательности аминокислот разных животных, растений и подобных вещей и располагают их, основываясь на их различии. Вообще-то известно очень мало о последовательности аминокислот и о большинстве подобных вещей. Однако они нашли, что человек отличается от утки только на 11%. Вам до утки только 11%? Вы могли бы лететь на юг на зиму? Кто-то из вас хотел бы провести зиму на юге? Последовательность ДНК – это должно быть доказательством эволюции. Но эксперты, которые понимают это, говорят, это доказательство эволюции может быть только творческим воображением. Вам нужно вообразить, что это доказывает вашу теорию. Но в учебнике вам скажут, ребята, человек и орангутан похожи на 96%. Это доказывает, что у них был общий предок 15 миллионов лет назад. Но подождите минуточку. Это может значить, что сходство в кодексе ДНК доказывает, что у них был один создатель, один и тот же конструктор написал код. Это не является доказательством общего предка. Вы не скажете, что потому что все программы Microsoft похожи друг на друга, это доказывает, что они произошли от азбуки Морзе. Нет, это доказывает, что их придумал один конструктор. Была определена функция только 1%, некоторые говорят, что 3%, человеческого ДНК. Никто не знает функции остальных 99%. Они проанализировали только 1%. И если 99% этого 1% похоже на шимпанзе, это ничего не доказывает. Подождите, пока они проанализируют все ДНК. И даже тогда, если они будут похожими, я скажу «общий создатель». Это все, что это доказывает. Если вы возьмете сходство в сборочных конструкциях производства «Dodge Caravan» и сравните их со сборочными инструкциями производства «Plymouth Voyager», вы увидите, что они похожи на 99%. Доказывает ли это, что их предком был «Фольксваген»? Нет, это доказывает, что один и тот же человек написал инструкции, правда? Между человеком и обезьяной сотни различий. Они умышленно выбрали для рассмотрения несколько похожих вещей и обучают этому в классах, доказывая, что у нас с обезьянами общий предок. Они не упоминают о различиях, которые их насчитывается тысячами. В зависимости от того, что вы хотите сравнивать, вы можете сравнивать разные вещи и приходить к разным выводам. Кто-то сказал, что человеческий цитокром С близок к подсолнечнику. Человеческий глаз близок к осьминогу. Если сравнивать удельный вес крови, то вы ближе всего к кролику или к свинье. Если сравнивать человеческое молоко, то вы родственны с ослом. Если бы не было никаких сходств, мы могли бы есть только друг друга. Бог сотворил все, и поэтому мы можем есть почти все. Это жизнь. Однако, если вы думаете, что сходства что-то доказывают, я хочу познакомить вас с моим исследованием. Я провел многолетнее обширное исследование, основанное на содержании воды в разных объектах. В моем исследовании я обнаружил, что облако состоит из 100% воды, а арбузы из 97% воды. Только 3% разницы. Очень близкие родственники. Это доказывает, что арбузы произошли из облаков. Не только это, я нашел потерянное звено, медуза, 98% воды. И верьте или нет, снег. Они идентичны, вы никогда не узнаете разницу между медузой и снегом. Они говорят, у нас есть свидетельства ископаемых. Дарвин в своей книге написал, если моя теория правильна, бесчисленные промежуточные разнообразия наверняка должны были существовать. Ну и нашли они их. Давайте посмотрим, что говорят эксперты. Давид Раб, известный эволюционист, говорит, во времена после Дарвина его защитники надеялись найти предсказываемые продвижения. Но они не были найдены, и чистая фантазия закралась в учебнике. Ты имеешь в виду, что в учебниках фантазия? Давид, ты говоришь, что в наших учебниках находится обман? О, да. Они покажут детям эволюцию лошади. Вы видели что-либо подобное? Лошадь, происходящая от четырехпалого предка. Это в каждом учебнике биологии. Минуточку, они должны говорить детям правду. Настоящая правда – это то, что у Иоогипуса было 18 пар ребер. У следующей лошади было только 15. Большое изменение, не думаете ли вы? У следующей было 19. О, прибавилось 4. И тогда назад к 18. Они не говорят детям, что и сегодня существует большое разнообразие лошадей.
Есть много разновидностей лошади прямо сегодня, друзья. Эти примеры, как эволюция лошади, не выстояли перед тщательной экзаменацией. Любой, кто понимает эволюцию лошади, знает, что все это чепуха. Многие общецитируемые примеры, как эволюция семейства лошади, являются неумышленно фальсифицированными. Вы имеете в виду, что они обманывают детей? Да, потому что у них нет ничего другого для замены. Вот проблема с этой эволюцией лошади. Человек по имени Отниэл Марш придумал это все в 1874 году, когда они все были готовы на все, чтобы найти доказательства теории Дарвина. Они придумывали доказательства, как делал Хейкел. Марш сделал то же. Он собрал животных со всего мира и расположил их в том порядке, в котором он хотел, чтобы они произошли. От маленьких к большим. Мы улучшаемся, увеличиваем, умнеем. Но они так не найдены. Современные лошади найдены в слоях с так называемой древней лошадью. Древняя лошадь — это вообще не лошадь. Это даман, живущий в Южной Америке даже сегодня. Есть много различий у этих разных животных, которых они помещают в последовательности. Разные ребра, зубы, пальцы. Они не были найдены в таком порядке. И зоопарк Тулси в конце концов снял свою выставку. Человек по имени Дан Хиггс написал им письмо. «Почему у вас до сих пор выставлена эволюция лошади?» Директор ответил. «Потому что нам не дали денег, чтобы снять ее». «Нет денег, чтобы снять плохую выставку?» В Пибоцком музее в штате Коннектикут до сих пор показывают эволюцию лошади. Каждый раз, когда я посещаю музей, я вижу эту глупую выставку. Когда я стоял возле этой выставки, мимо нее проходили сотни школьников, но им не говорили, что это неправда. Если кто-то из вас живет возле этого музея, и вы смотрите сейчас эту кассету, вам нужно набрать много брошюр или видеокассет и начать служение. Когда дети выходят из музея, дайте им видео. Дайте книгу, кассету, брошюру. Дайте им что-то, чтобы они узнали, что их только что обманули. Или когда они заходят, предупредите их, этот плакат неверный. То, что вы можете расположить животных на бумаге в любом порядке, ничего не доказывает. Даже захороненные животные в определенном порядке ничего не доказывают. Если вы находите ископаемое в земле, вы не знаете, имело ли оно вообще предков или какое-то потомство. Порядок не имеет никакого значения. Если меня похоронят над хомяком, доказывает ли это, что он мой дедушка? Нет. Я провел исследование по этому поводу. Если вы думаете, что расположение вещей что-то доказывает, я начал располагать столовые приборы, чтобы изучить эволюцию. После интенсивного исследования я обнаружил, что первыми появились ножи. И тогда очень медленно, через миллионы лет, они изменились в ложку. Большое давление раздавило их, выгнуло и округлило. И тогда эрозия медленно разъела трещины на концах. Заняло миллионы лет, ребята, долгое время. Я знал, что они были расположены правильно, но мне не хватало одного звена. Особенно между ложкой и вилкой. Видите, ложки закругленные и без углублений. Вилки квадратные и с углублениями. Это два прыжка за один раз. Поэтому я знал, что существует потерянное звено, которого я не мог найти. Однажды я летел в Коннектикут для проповеди. Я находился 1000 метров над землей, когда стюардесса подошла ко мне и вручила потерянное звено. Я не думаю, что она знала об этом, но мой натренированный глаз ученого сразу это заметил. И я сказал: «Вот это да!» Я положил это в свой карман. Позднее мы пошли в ресторан. Там я нашел еще одно звено. Вот они здесь. Эволюция столовых приборов подходит к завершению. Это значит, что я готов к получению государственных денег. Мне нужно около 50 миллионов долларов для завершения этого важного исследования на пользу человечества. Я, наверное, получу их, правда? Вы знаете, что наше государство потратило 385 тысяч долларов, изучая, почему у аборигенов плохой запах? Я бы сказал им за 5 долларов. Они не моются. Никогда. Вы можете расположить буквы в порядке и доказать все, что хотите. Вы можете изменить код в кол, в пол, в пел, в пес. И если вы будете заниматься этим достаточно долго, вы можете превратить себя в дурака. Теперь они говорят детям, что птицы — это потомки динозавров. Слышали вы об этом? Птицы произошли от динозавров? Ребята, если вы не знаете, есть несколько различий между динозавром и птицей.
Вы не ставите несколько перьев на динозавра и не говорите: «Давай, лети!» Это не так просто, друзья. Видите, птицы покрыты перьями, рептилии покрыты чешуей. У птиц две ноги и два крыла, у рептилии четыре ноги. Если эти две передние ноги превратятся в крылья, кроме этого должно измениться множество других вещей. Должна появиться мышечная система, система циркуляции, нервная система, навигационная система. Мозг динозавра должен контролировать полет, что очень сложно. Множество изменений. Вдобавок, на пути превращения в птицу, когда у него будет что-то между лапой и крылом, он не сможет ни бегать, ни летать. У него появится проблема, не так ли? Понимаете, птицы покрыты перьями, рептилии покрыты чешуей. В учебнике говорится, птичье оперение произошло от защитной чешуи динозавров. О, это же обман. Чьё-то воображение не знает пределов. Его нужно лечить. Перья чрезвычайно сложные. Они состоят из одного и того же протеина, что и чешуя. Но это не доказывает о общем предке. Это доказывает о общем инженере. Военный корабль и вилка сделаны из одинакового металла. Это не доказывает, что они произошли от железной консервы. На это есть два взгляда. С какой скоростью бежал теленок? Это доказывает, что у них общий создатель. Легкие птицы отличаются от легких рептилий. Есть тысячи различий. И снова, эволюционисты виновны в грубом упрощении проблемы изменения одного вида животного в другой. Все очень сильно упрощено. Вот проблемы с эволюцией рептилии к птице. Первое. Большая разница между легкими. Птицы найдены в слоях с динозаврами. Как же они могут быть предками, если они существовали в одно и то же время, даже по их неизвращенной геологической колонне? Чешуя и перья присоединены к телу по-разному. Они происходят от разных генов на хромосомах. У птиц четырехкамерное сердце, у большинства рептилий только трехкамерное. У рептилий кожные яйца, у птиц яйца с твердой оболочкой. Тысячи различий, и эксперты знают, что нет никакого доказательства того, что рептилия могла превратиться в птицу. Но они говорят детям в школе, что оно есть. Они покажут им фотографию ископаемого под названием «Археоптерик». Вы слышали о таком ископаемом? Было найдено только шесть, все были в Германии, в одном месте. Только один был разрезан или вскрыт для изучения. Ископаемая археоптерик, похожая на птицу размером с голубя, длиной около 30 сантиметров. Они говорят: «Ребята, посмотрите на эту птицу, у нее есть когти на крыльях». Это доказывает, что она была динозавром. Извините меня, но сегодня у 12 птиц есть когти на их крыльях. У страуса, например, я не могу назвать их всех, но есть 12 птиц с когтями на крыльях. Я хочу сказать, что переход от крыльев с когтями к крыльям без когтей будет потерей. Это не будет прибавлением. Так что происходит эволюция? Вы теряете все, пока не получите все? Тогда они скажут: в клюве птицы есть зубы. Видите эти зубы? Это доказывает, что она была динозавром. Извините, но у некоторых птиц есть зубы, у большинства нет. У некоторых рептилий есть зубы, у некоторых нет. У некоторых млекопитающих есть зубы, у некоторых нет. У некоторых из вас есть зубы, у некоторых нет. Это не доказывает, что все они были динозаврами. И снова, я хочу подчеркнуть, что переход от зубов к неимению зубов – это потеря, не прибавление. Почему-то они думают, что если вы потеряете все, что у вас есть, у вас будет все. Эволюция так не происходит. Когда я ходил в школу, нас учили, что у человека был хвост. Но он потерял его, потому что он не нужен. Я подумал: не нужен? Вы когда-то думали, каким полезным был бы хвост? Вы когда-нибудь подходили к двери с сумками в двух руках? Было бы неплохо открыть эту дверь хвостом без никаких проблем. Было бы труднее одевать брюки, я понимаю это все, но что вы имеете в виду, он нам не нужен? Лютер Синдерленд написал прекрасную книгу «Энигма Дарвина». Она есть в каталогах для продажи. Он написал письмо всем основным эволюционистам и спросил, где все доказательства? Они ответили: у нас его нет, оно у кого-то другого. Колин Паттерсон написал книгу о эволюции. Он является директором Британского музея природной истории. Самой большой коллекции ископаемых в мире. Ни у кого нет больше ископаемых, чем у них.
Синдерлинг думал, что у них, несомненно, должно быть доказательство. Колин Паттерсон написал книгу, но он не показал никаких потерянных звеньев. Лютер написал ему письмо и спросил: «Мистер Паттерсон, почему вы не показали нам никаких потерянных звеньев? Вы же написали книгу о эволюции». Паттерсон ответил: «Я полностью соглашаюсь с вашими отзывами о недостатке эволюционных переходов в моей книге. Если бы я знал о них, ископаемых или живущих, я, конечно, бы упомянул о них. Я могу сказать с уверенностью, таких ископаемых нет». Видите, это не отсутствующие звенья, отсутствует вся цепь. После объяснения мы видим, что потерянных звеньев вообще нет. Даже Стивен Гулд сказал: «Отсутствие ископаемых доказательств является придирчивой проблемой эволюции». Конечно, это проблема, Стив, но почему ты обучаешь этому? Потому что единственная альтернатива – это создание. Но Гулд и Элдридж придумали идею под названием «скачкообразное равновесие», в которой говорится, что эволюция произошла очень быстро, и поэтому мы не находим никакого доказательства. Может, пресмыкающаяся отложила яйцо, из которого вылупилась птица? Извините меня, не говорите ли вы, что отсутствие доказательств доказывает эволюцию? Попробуйте сказать это судье на суде. На протяжении лет они искали промежутки, но все найденные ископаемые похожи на сегодняшние живущие формы. Все они похожи, но они думают, что эволюция произошла. И так как они не находят никаких потерянных звеньев, они думают, что она произошла быстро. Эволюция – это сказка, друзья, она бесполезна. В их уме только два выбора. Эволюция произошла медленно, как сказал Дарвин, или она произошла быстро, как Стивен сказал. Но есть еще один выбор. Ее никогда не было. О, они не хотят допустить этого. О, нет. Потому что эволюция не доказана, и ее невозможно доказать. Мы верим в эволюцию только потому, что единственная альтернатива – это создание. И это немыслимо. Вы знаете настоящую причину, почему они верят в эволюцию? Они не хотят верить в создание. Они не хотят, чтобы Бог говорил им, что делать. И очень многие люди, идя по жизни, признают теорию эволюции, надеясь этим избавиться от Бога. Дьявол обманул вас, солгал вам, он смеется с вас. Вы пойдете в ад. Не потому, что вы верите в эволюцию, но потому, что вы не поверили в Христа. И многие люди не верят Христу из-за этой тупой теории. Дьявол врет. Малком Малридж сказал: «Я убежден, что теория эволюции будет одной из великих шуток в книгах истории будущего». Это шутка. Ученые, преподающие эволюцию, великие шуты, и эта история может быть самой большой шуткой всех времен. В объяснении эволюции у нас нет ни одной йоты факта. Даже Дарвин в своей книге написал: «Предположение, что глаз мог быть сформирован естественным отбором, выглядит, я свободно признаюсь, абсурдным». Как слепой случай может создать видящий глаз? Вы когда-нибудь думали об этом? Но в учебниках говорится: «Ребята, сложная структура человеческого глаза может быть продуктом эволюции на протяжении миллионов лет». Почему слава не Богу? В этом учебнике показаны разновидности глаза, найденного в природе, и говорится: «Вы можете лучше понять развитие глаза, если вы представите серию изменений на протяжении эволюции глаза». Вы должны вообразить эволюцию. Она никогда не происходит в лаборатории или природе. Она не найдена в ископаемых. Единственное доказательство – ваше воображение. Представьте себе, как она могла произойти. Друзья, глаза сложные. Библия говорит: «Бог образовал глаз». Достаточно ясно. Задняя часть глаза, сетчатка, содержит 137 миллионов светочувствительных ячеек в 2 квадратных сантиметрах. Как-то раз кто-то позвонил мне в офис. Я никогда не знаю, кто позвонит нам в офис. Я поднял трубку и сказал: «Здравствуйте, евангелизм о сотворении». Голос на другом конце линии сказал: «Как можно быть таким тупым, чтобы верить в создание?» Я сказал: «Извините, алло?» Он сказал: «Как можно быть таким тупым, чтобы верить в создание?» Я сказал: «Какой у меня выбор?» Он сказал: «Эволюция». Я спросил, почему я поверю эволюции. Он сказал: «Все в мире так бедно разработано. Как вы можете верить в Создателя, когда все так плохо придумано?» Я сказал: «Например, что вы думаете, так плохо разработано?»
Он сказал, человеческий глаз – это пример плохой конструкции. Я сказал, в чем проблема, сэр? Вы стареете, и вам приходится носить очки. Это проблема, сэр? Он сказал, глаз плохо разработан. Он сказал, что кровеносные сосуды находятся над сетчаткой, и солнечный свет должен пройти через них, чтобы достичь сетчатки. Я сказал, да, сэр, я знал об этом. Он сказал, вот видите, это плохая разработка, сосуды блокируют часть света. Зрение было бы лучше, если бы кровеносные сосуды были за сетчаткой. Первоклассник придумал бы глаз лучше этого. Я сказал, сэр, я хочу вам что-то объяснить. Потому что он сказал, что у осьминога глаз намного лучше, так как его кровеносные сосуды находятся сзади сетчатки. Я ответил, сэр, я хочу вам что-то объяснить. Мы живем в воздухе. И воздух не блокирует много ультрафиолетового света. И последняя защита для сетчатки от ультрафиолетового света – это кровеносные сосуды. Осьминог живет в воде. Вода блокирует ультрафиолетовый свет, и им не нужны сосуды перед сетчаткой. Они могут видеть лучше с сосудами за сетчаткой. И если вы хотите поменяться глазами с осьминогом, пожалуйста. Но вы ослепнете через несколько дней. Глаза отлично разработаны для жизни на воздухе, где мы и живем. Есть ли у вас еще тупые вопросы? Он сказал, нет, это все. Плохо разработанный глаз? Очнитесь, он удивительно разработан. Сегодня эволюционисты используют аргумент, что Бог так бы не сделал, значит, это произошло. Но это очень шаткая логика, если вы подумаете об этом. Это, конечно, глупый путь для доказательства вашей теории. Глаза очень сложные, сложнее машины. Ну, давайте возьмем, например, машину. Представьте, что вашему сыну 16 лет, и он хочет ездить на машине. У меня было 102 машины с того времени, как я начал ездить. У меня никогда не было новой машины, я покупал старые машины, ремонтировал их и продавал. Я делал почти все, что можно сделать с машиной. Я ремонтировал моторы, коробки передач, глушители. Я знаю, как ремонтировать машины. Но понимание того, как разработана машина, не значит, что она не была созданной. Только потому, что вы понимаете действие чего-то, это не объясняет происхождение чего-то. И здесь эволюционисты запутали. Они думают, что чем больше мы понимаем, как что-то действует, менее вероятно, что оно было сотворено. Оно должно было произойти. Понимание действия не исключает создателя. Представьте, что вашему сыну 16 лет. Всем моим детям уже было 16 лет. Ваш сын подходит к вам и говорит, «Папа, мне уже 16». «Да, ты вырос. Мы не думали, но ты вырос». Он говорит, «Папа, у меня уже есть права». «Сын, дай мне посмотреть на твои права». «Ну и фотография». «Похоже, однако». Он говорит, «Папа, дай мне машину». «Подожди минуточку, я хочу тебе что-то объяснить. Мы знали, что этот день придет. Мы молились об этом долгое время. Мы не думаем, что ты готов для всей машины, потому что машина – это сложная штука. Ты знаешь, что необходимо 3000 болтов, чтобы удержать машину вместе, и нужен один чудак, чтобы ее разбить? Сын, мы разрешим тебе медленно развиться в машину. В этом году мы тебе дадим 10% машины, в следующем, может быть, больше». «Подождите минуточку, какая польза от 10% машины?» «Это то, что мы называем хламом, не так ли?» «Сколько вещей должно работать, чтобы работала машина?» «А сколько вещей должно быть неправильными, чтобы машина не работала?» «Одна из многих тысяч вещей, как, например, неимение ключей?» «Правда?» Друзья, сложные вещи должны были быть созданными. Другого выхода нет. Но эволюционист не хочет согласиться с идеей, что есть создатель. Поэтому он приходит к глупому выводу, что сложные вещи произошли случайно, если будет достаточно времени. Не верьте этому, дьявол обманывает вас. Все-таки почему люди верят в эту теорию? Я принимал участие на 40 с чем-то дебатах в университетах, около 3500 радио и телепрограмм, куда все могут звонить и задавать вопросы. Я решил, что есть несколько причин, почему люди продолжают поддерживать теорию эволюции. Первое. Они не знают, что есть другой выбор. Их учили только эволюции. Я проповедовал на Украине, Советской Республике, с переводом на русский.
Когда я проповедовал в университете, собрались почти все профессора университета, чтобы послушать. Их было около 30. Они сидели в комнате, и на протяжении 2 часов я рассказывал им о сотворении через переводчицу. Один из профессоров начал плакать. Профессор университета. Я спросил переводчицу, почему он плачет. Она сказала, он счастлив. Он никогда не слышал о истории сотворения. Он слышал только о эволюции. Он рад, что есть другой выбор. Сколько детей в этом городе никогда не слышали о сотворении? А? У дьявола есть свой путь. Он будет стараться, чтобы дети этого города не услышали историю о сотворении. Потому что пока они верят в эволюцию, они не будут искать спасителя. Вот почему. Некоторые верят в эволюцию, потому что от этого зависит ихняя работа. Они учат эволюции, потому что они не хотят потерять работу. Некоторые поддерживают эволюцию, потому что они надеются, что Бога нет. Они хотят избавиться от Бога, чтобы им не пришлось давать ответ. Некоторые поддерживают эволюцию по социально-политическим причинам. Мы говорим об этом на видеокассете номер 5 «Политика эволюции». Некоторые люди очень горды, чтобы признать свою неправоту. Тяжело сказать «я не прав». Но если вы верите в эволюцию, вы не правы. Не обижайтесь на меня, так сказал Бог, что Он сотворил мир. Он написал это в книге. Много людей погибло, чтобы эта книга дошла до вас. Читайте и делайте, что в ней сказано. Что нам делать на этот счет? Учебники заполнены теорией эволюции в этом городе. В каждом городе, где я был, книги заполнены этой теорией и обманом. Что нам делать по этому поводу? Вот практические шаги. Наша работа — быть солью земли. Соль раздражает. Вам не нужно пробовать раздражать кого-то. Старайтесь быть солью, и это будет раздражать их. Соль сохраняет. Соль придает вкус. Делает много вещей. Если вами никто не раздражен, вы, наверное, нехороший христианин. Вы можете судить человека по его врагам. Мы раздражаем людей, потому что мы стоим за что-то, что правильно. Наша работа — быть солью земли. Практические шаги. Требуйте, чтобы школы вырезали страницы сложной информации. Пойдите в школьное правление и скажите, я хочу, чтобы страница такая-то была вырезана из учебника. Ложная информация. Таким путем школе это не стоит ничего. Кто из вас помог бы добровольно, бесплатно, чтобы вырезать эти страницы? Поднимите руку. Видите, школе это не будет стоить ни копейки. Или вы сможете сделать, как сделал директор школы в Джорджии. Склейте страницы. Он не задавал никаких вопросов, он просто склеил страницы. Одним летом он взял все книги, нашел все места сложной информации и склеил те страницы вместе. Той осенью NEA чуть не подпрыгнула до потолка. Кстати, если вы учитель школы, не будьте членом NEA. Есть другие организации, где вы можете получить вашу страховку. Не давайте денег этой левосторонней коммунистической организации. В конце моей семинарной книжки на желтых страницах есть список нескольких организаций, где есть информация, где вы можете получить страховку. Христианские организации для учителей школ. Любой человек, любящий Бога, не должен давать ни цента этой левосторонней организации. NEA чуть не подпрыгнула до потолка, когда этот директор склеил страницы. Они сказали, ты не можешь этого делать. Он сказал, я уже сделал. Они сказали, ты не можешь. Он сказал, я уже сделал, все закончено, клей уже высох. Наклейте предупреждение на лицевой обложке. Хотя бы предупредите детей, что информация на странице такой-то неверная. Если вы обманываете детей в учебниках, по крайней мере, не предупредите их. Алабама приняла закон, в котором говорится, что на обложке учебника о эволюции должно быть предупреждение. Сделайте то же и здесь, или для этого у вас недостаточно христиан в этом городе. Но кто будет возражать этому? Если в учебнике биологии находится ложная информация, и вы требуете, чтобы студенты знали об этом, как они могут возразить этому? Это не попытка внесения Библии в школу, не так ли? Нет. Вы не пытаетесь внести создание в школу. Вы только хотите предупредить детей, что их обманывают. Требуйте, чтобы они купили книгу «Как промывание мозгов». Мы выпускаем книгу «Промывают ли вам мозги с помощью научных учебников?». Вы можете купить их по доллару, если вы покупаете 5 штук или больше по себестоимости. Пойдите в школьное правление и скажите,
Мы тратим $40 на каждый учебник. Давайте потратим еще $1 и покажем детям еще одну сторону. Если школьное правление согласится, тогда вы покупаете книги и даете школьникам. Если школьное правление говорит «нет, нам не нужна эта книга», тогда вы опубликуете объявление. Пожалуйста, остановитесь и купите книгу, запрещенную школьным правлением. Теперь дети не только купят ее, правда, но они и прочитают ее. Может быть, вы захотите купить книгу «Законные права студента». Студенты должны знать, что у них есть право освобождения от любых классов или материала, противоречащего ихней религии. Школа обязана законом предоставить альтернативный материал. Если вы не хотите, чтобы ваших детей учили эволюции, пойдите в школу и скажите: «Я не хочу, чтобы моих детей учили эволюции. Я требую освобождения от таких классов». Но вам нужно знать кое-что на этот счет. Если у них есть плохая программа, например, голубые будут рассказывать о своей жизни. Вы скажете: «О, доктор Хован, вы назвали их голубыми?» «Я жил возле Сан-Франциско. Они голубые». «Вы не боитесь, что они вас стукнут этой сумочкой?» «Нет». «Но Бог любит их. Люди проповедуют против гомосексуализма, но не проповедуют против объедения, или курения, или пьянства, или чего-то другого. Это грех, как и все грехи. Они проповедуют против гомосексуализма, но не против похоти». Мы можем долго говорить об этом, но мы остановимся. Так вот, если гомосексуалисты придут говорить в вашу школу, они дадут детям бумажку, чтобы отказаться от класса. То есть, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок присутствовал, он должен получить родительское разрешение. Будьте внимательны. Если в вашей школе будет хорошая программа, вы должны получить родительское разрешение для посещения программы. Если это плохая программа, вы должны получить родительское разрешение для отказа, потому что они знают, что 80% детей забудут о записке, если ее не приклеить ко лбу. Был ли у вас хоть один случай, когда ваш ребенок забыл показать вам записку со школы? У всех, правда? Вы должны требовать, чтобы всякая программа была добровольной. Но давайте будем последовательными, потому что гуманисты хотят, чтобы все было по-ихнему, ну, нечестно. Купите эту книгу для детей, чтобы они знали свои права. Потому что незнание прав равняется неимению прав. Купите книгу Гейблеров, если вы хотите повлиять на выбор учебников в вашем обществе. Дайте им знать, что вы можете повлиять на то, по каким учебникам будут учиться ваши дети. Обычно учебники выбираются в январе, феврале или марте для заказа на следующий год. Многие учителя – это искренние, преданные профессионалы. Очень много хороших учителей в системе. Это благочестивые люди, которые расстроены происходящим в курсе обучения. Многие не знают, что они могут учить о сотворении мира. Во Флориде есть закон, в котором говорится: учебный материал должен быть точным. В наших учебниках находится неверный материал. Почти в каждом штате есть закон, обязывающий, чтобы материал был точным. В Алабаме есть закон, требующий, чтобы студенты были предупреждены о разнице между микро- и макроэволюцией. Почему бы вам не принять такой закон в вашем штате? Требуйте, чтобы учебники были точными. Гитлер сказал: «Позвольте мне контролировать учебники, и я смогу контролировать страну». Он знал о молодых людях. Начните учить их неправде в 5, 6, 7 лет, и скоро они начнут верить ей на всю свою жизнь. Если ребенок ходит в вашу школу 12 лет, каким будет его взгляд на мир? Гуманистическим? Я думаю, что да. Учителя должны знать, что они могут учить о науке сотворения. Верховный суд всегда поддерживал идею, что вы можете учить Библию в государственных школах. Мы обмануты ACLU, вот что случилось. Они пытались забрать Библию из школ. Верховный суд постановил, что учителя не могут каять детей. Но они могут учить Библии. Они могут учить. ACLU обманула вас, придала этому другое значение. В школах можно учить Библию, можно иметь библейские классы. У меня есть много книг на эту тему. Штаты могут требовать, чтобы учителя учили эволюции, но они не могут заставить их поверить в нее. Они могут только требовать представления эволюции. Они не могут требовать, чтобы они говорили о создании. И если вы хотите внести создание мира в государственные школы, вы теряете свое время. Учителя могут говорить о сотворении, если они хотят. Вам не нужен разрешающий это закон. Они уже могут. Это как принятие закона, что вы можете дышать.
Вы уже можете дышать? Штаты могут принимать законы, требующие оговорки слабости теории эволюции. Техас принял такой же закон, но он не поддержал его. Верховный суд постановил, что можно изучать Библию. Было много судебных дел, и в школах можно изучать Библию. В 1980 году Верховный суд постановил, что вы можете использовать Библию в государственных школах. Нужно сказать учителям об этом. Если вы хотите узнать, что происходит в государственных школах, напишите Фреду. fred001@spectra.net и подпишитесь на The Loop. Вы начнете получать 5200 статей в день, посвящаясь во все новости образования во всем мире. Также купите видео «Кризис в классе» eagle@eagleforum.org. Прекрасное видео о том, что происходит в классах государственных школ. Практические шаги для детей и заканчиваем. Дети, если вы хотите изменить ваших учителей, не спорьте с ними публично. Постарайтесь поговорить с ними после класса. Никакому учителю не нравится многолюдный спор. Если вы часто опаздываете на урок, наводитель беспорядка, никогда не делаете домашнюю работу и не слушаете в классе, не говорите им, что вы христианин. Этим вы не поможете. Во-первых, будьте хорошим учеником. Практические шаги. Если на экзамене вы знаете, что ответ на вопрос имеет дело с эволюцией, например, сколько лет Земле, и они хотят, чтобы вы ответили 4,5 миллиарда лет, но вы не верите в это, вы можете сказать на экзамене. В учебнике говорится 4,5 миллиарда лет. Однако это неверно. Покажите учителю, что вы делали домашнюю работу, но вы в это не верите. Вы можете сказать им это, они не могут заставить вас поверить в эволюцию. Вы можете освободиться от такого класса. Если каждый христианин освободит детей от обучения эволюции, и все дети будут стоять в коридоре, учитель догадается, давай пропустим эту главу. Однажды мне позвонил человек и сказал: «Брадер Ховенд, моя дочка во втором классе. Она посмотрела ваши кассеты около 50 раз. Почему дети смотрят одну кассету снова и снова? Вы заметили это?» Он сказал: «Моя дочка выучила почти весь материал на вашей кассете». Второй класс. Он сказал: «Только что мне позвонил учитель моей дочки и сказал: вы знаете что, сэр? Каждый раз, когда я говорю о эволюции, ваша дочка встает и поправляет меня». Учитель сказал: «Я решил не говорить о эволюции до конца года». Моей первой мыслью было: «Вот это молодец!» Моей второй мыслью было: «А почему мы отправляем на войну второклассников? Второклассники не должны беспокоиться, чему их учат в школе, друзья. Родители должны побеспокоиться, чтобы школьные учебники были точными. Родители должны убедиться, что самих учителей учат правде, чтобы потом они не могли распространять ложь. Ребята, вы можете дать своему учителю видео для просмотра дома. Особенно мужчине-учителю. Если у него есть видео, и он держит пульт, его охватывает чувство власти. Это трудно объяснить. Женщины этого вообще не понимают. Но вы понимаете, мужчины. Когда вы держите пульт, это как контроль. Вы знаете, о чем я говорю, правда? Однажды мне позвонил человек и сказал: «Мистер Ховен, кто-то дал мне вашу видеокассету. Я посмотрел 10 минут, я так разозлился, что я выключил видео и выбежал из комнаты. Через 30 минут я успокоился, вернулся назад, посмотрел еще 10 минут. Вы опять что-то сказали, я разозлился, выключил кассету и выбежал. Через 30 минут я вернулся опять, посмотрел кассету до конца и покаялся». Кассеты — это прекрасные инструменты евангелизации. Мои кассеты без авторского права. Перепишите их, раздавайте. В мире идет война. Не берегите пули во время войны. Молитесь за учителя. Это тяжелая работа. Это трудная работа. Пригласите их на семинары сотворений. Предложите им позвонить мне с вопросами. Предложите, чтобы в классе показали мое видео о сотворении. Родитель, вы убедитесь в этом очень быстро. Чем дальше вы забираетесь по лестнице для получения разрешения, тем менее вероятность его получения. Если вы скажете: «Я пойду к сенатору, чтобы показать кассету Ховенда в классе», вы не получите его. Учителя выучили, что многие студенты уже знают. Легче получить прощение, чем разрешение. Не спрашивайте, можно ли это сделать. Просто сделайте. Нам звонят или пишут каждую неделю люди, покаявшиеся от кассеты, которую не взяли в школьной библиотеке. Кто-то поставил мою кассету в школьную библиотеку.
Школьник принес кассету домой, его мать просмотрела и покаялась, потом и отец. Мы слышим об этом каждую неделю. Предложите библиотеке кассету. У них есть другие разные вещи, не так ли? Станьте членом школьного правления и воздействуйте на правление. Вы можете быть членом комиссии, которая выбирает учебники. Иногда туда трудно попасть. Предложите и поддержите закон, обязывающий, чтобы учебники были точными. Или наклейте предупреждение. Старайтесь изменить учителей. Они не враги, и Бог любит их. Измените учеников, и тогда не будет иметь значения, что находится в учебниках. И, как я сказал в начале, лучшее решение – это забрать детей из школы. Я думаю, что система безнадежно пропала. Сейчас давайте поможем тем, кто остался. Пишите письма в школьные правления, редакторам. Напоминайте людям о теме эволюции. Пожертвуйте книги или кассеты в вашу библиотеку. Учите других. Множество вещей можно делать. Сатана использует этот обман, чтобы отправлять людей в ад. Он обманщик. Невидимые вещи о создании ясно видны от начала мира. Вот к чему все это сводится, и мы заканчиваем. Если верен рассказ о творении, тогда существует Создатель. Если эволюция верна, тогда Создателя не существует. Просто и ясно. Если верен рассказ о творении, существуют правила, но не с эволюцией. Если верно творение, есть смысл жизни. Если верна эволюция, нет смысла в жизни. Была ли это причиной повышения самоубийств подростков после того, как в школе начали обучать эволюции? Нет смысла в жизни. В некоторых группах самоубийства повысились на 500%. Если верно творение, человек – падшее существо и нуждается в спасителе. Но дьявол не хочет, чтобы вы поверили в это. Поэтому он придумал эволюцию. Вам не нужен спаситель. Вы развиваетесь, вы становитесь лучше. Если верно творение, человек принес смерть в мир, и смерть – это ужасная вещь. Если верна эволюция, смерть принесла человека в мир, и смерть – это удивительная вещь. Если вы убьете низших, как Гитлер убивал евреев, это прекрасно. Если творение верно, есть жизнь после смерти. Но не с эволюцией. Если верно творение, вы можете знать будущее. Но не так с эволюцией, есть всегда неуверенность, куда я попаду после смерти. Мы не знаем. Дьявол – это обманщик, он – отец лжи. Бог не человек, что он может обманывать. Бог не может обманывать. И он обещал, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы здесь и вы не спасены, вы можете быть спасенными. Если вы умрете сегодня, куда вы попадете? Если вы не попадете на небо, вы должны отдать свое сердце Иисусу. Я сделал это в 1969 году. Когда вы становитесь христианином, внезапно многое проясняется. Многое становится понятным. Если вы спасены, разрешите мне задать вам вопрос. Что вы делаете на земле ради неба? Друзья, идет война. Каждый должен делать что-то для Господа. Если вы не спасены, покайтесь. Если же вы спасены, займитесь трудом. Осталось мало времени, давайте что-то делать для Господа. Каждый должен делать что-то. Если вы не можете говорить о сотворении в школах или университетах, раздавайте видеокассеты. Вчера мне позвонили и сказали, мы сделали 900 копий ваших кассет и раздаем их. Мне позвонили из канадской церкви и сказали, мы сделали 3000 копий и раздаем эти кассеты. Не обязательно должны быть мои кассеты. Любое. Делайте что-то. Давайте возьмемся и выиграем эту войну. Встанем, преклоним голову и помолимся. Это одна из видеосерий о создании, эволюции и динозаврах. Однако намного важнее знание всей правды и научных фактов – это уверенность в том, что вы попадете в рай. Если вы никогда не доверились Христу, как вашему Спасителю, я скажу, что вы можете сделать, чтобы попасть в рай. Библия говорит, что все мы грешники – мы ослушались Создателя, мы делали злые вещи, мы грешники. Одни хуже других, по крайней мере, в человеческих глазах, но мы все нарушили Божий закон, и Библия говорит, что мы должны покаяться. Покаяние значит повернуться, два значения, отвернуться от греха и повернуться к Богу. Бог ищет перемены в вашем сердце, когда вы говорите, «Боже, я больше не хочу грешить, прости, я обижал тебя, я хочу жить правильно». Вы отворачиваетесь от греха и говорите, «Боже, пожалуйста, прости меня, спасти меня». В Библии к Римлянам 3:23 говорится, что «все согрешили и лишены славы Божьей». Вы должны признаться, что вы грешник. Во-вторых, в Библии к Римлянам 6:26 говорится, «ибо возмездие за грех – смерть». Мы заслуживаем смерти и ад. Но
Иисус умер за вас. Он любит вас. Он хочет, чтобы вы попали в рай. И кто попросит бесплатное спасение, Бог даст дар вечной жизни, как сказано в Римлянам 6:23. Это бесплатный подарок. В Римлянам 10:13 говорится: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Скажите Богу: «Господь, я грешник, прости меня». Попросите Его, и Он даст вам бесплатный дар вечной жизни. Помолитесь со мной сейчас, и вы сможете принять Христа как Спасителя. Нет волшебных слов, Бог смотрит на ваше сердце. Если вы скажете от сердца, Бог простит вас. Скажите: «Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник, я нарушил Твой закон, прости меня. Пожалуйста, засчитай свою кровь на мой счет, прости мои грехи и прими меня на небо. Во имя Иисуса, аминь». Библия говорит, что если вы призовете имя Господне, спасетесь. Если вы попросили Господа спасти вас, Он спасет вас. Теперь ваше задание расти, читайте Библию, молитесь, ходите в церковь и начните возрастать, чтобы стать хорошим христианином. Большое спасибо. Пишите и звоните, мы будем рады помочь.